Всем привет! Сегодня у нас 19 апреля, тема блокировка аккаунтов и листингов на Амазоне. Попытаемся раскрыть эту тему и донести свою мысль. Приступай, Асель. Всем здравствуйте, меня зовут Асель Мухамбетова, я работаю и живу в городе Нью-Йорк. Я закончила юридическую школу Колумбийского университета, а также в городе Нью-Йорк, это топ-4 юридические школы в США. Вот. Я специализируюсь на работе с предпринимателями, которые ведут бизнес в США. Спасибо большое Денису, что организовал сегодняшний лайв, да, и я думаю, эта тема будет очень интересна многим людям. Немного расскажу о нашей компании, чем мы занимаемся. Мы работаем с Amazon селлерами с прошлого года, с 2017 года. У нас в команде новая компания, 3 юриста, один текстер и один бухгалтер. Бухгалтера мы привлекли недавно в связи с тем, что мы обращались к клиентам с такими нуждами. Все 3 юриста, мы закончили одну юридическую школу, мы находимся в Нью-Йорке. Какие услуги мы предоставляем? Это разблокировка листингов аккаунтов, регистрируем компании, торговый маркет США и вот добавили бухгалтерские услуги. Почему, с чего началось на наши услуги по разблокировкам? Мы работаем с Amazon селлерами, и наши клиенты старые стали обращаться по нарушениям. Какие чаще всего нарушения мы видим? Это counterfeit и inauthentic, наверное, да, очень часто встречаются в последнее время. Очень много жалоб на нарушение авторских прав. Чаще всего встречается трейдмарк, патенты, копирайт. Копирайт реже, наверное, встречается. Также бывают блокировки аккаунтов за наличие 2 и 3 селлер-аккаунтов. И реже всего попадаются блокировки аккаунтов за плохие метрики. Так, что делать, да, если к вам поступила жалоба? То есть может поступить жалоба на листинг, да, то есть в этом случае вы должны реагировать. Думаю, любое уведомление от Performance Notifications вы не должны игнорировать, вы должны уделить особое внимание этому. Почему? Потому что если была жалоба на листинг, в данный момент, может быть, аккаунт не заблокирован, но мы видим такую ситуацию, что в будущем есть риск того, что заблокируют весь аккаунт. И в любом случае этот вопрос вам придется решать. А что делать, если поступила жалоба? Вам нужно внимательно ее прочитать, да, и обычно перформанс всегда пишет, чего они от вас хотят. Иногда они не указывают причину. Вот. В этом случае вы должны самостоятельно проанализировать свои нарушения. Как это делается? Вы заходите в свой селлер-аккаунт, проверяете performance notifications, внимательно изучаете. Вся информация предоставлена. Все, что они от вас хотят, они обычно пишут. Следующий шаг, скажем, если в данный момент я буду говорить о блокировках аккаунтов, если у вас блокирован аккаунт, что делать? То же самое, изучаете все ваши нарушения, изучаете внимательно те уведомления, да, что вам отправил Performance. И когда они блокируют ваш аккаунт, они это делают для того, чтобы защитить своих клиентов. Если есть какие-то красные флажки в вашем аккаунте, они хотят удостовериться, что в будущем вы будете благонадежным селлером, будете продавать качественные товары и показывать хороший customer service. Зачастую они просят от вас plan of action, да, и что вообще в этом plan of action должно быть как правило. Вы обычно это делится на 3 части, я думаю, наверное, многие селлеры знают, да, структура апелляции всегда. Первая часть, вы должны им показать, что вы поняли, в чем была проблема, за что вас заблокировали. Вы понимаете правила Амазона, и вы проанализировали, да, свое нарушение. Вторым пунктом идет вторая часть апелляции. Вы описываете, что вы незамедлительные шаги вы приняли для того, чтобы исправить эту ситуацию. Да? То есть это более такие краткосрочные действия, которые вы совершили, чтобы исправить свою ошибку. И последняя, заключительная часть – это долгосрочные изменения в ваш бизнес, да, ваш Amazon бизнес, которые позволят предотвратить будущие нарушения, да, потому что Amazon защищает свои активы, у них действительно серьезные очень обороты, они дорожат своими клиентами, своей репутацией, и
они меньше всего в жизни, наверное, ну, в своей работе дорожат селлерами, потому что селлеров очень много. Если не вы, так другой, да, поэтому сложности есть определенность с блокировкой. А вот по нашему опыту, по ведению наших клиентов, по тому, как идет весь процесс, мы таки по определенным выводам пришли в том, что первая апелляция, она очень важная. Вот, то есть вы получили нарушение, вы получили блокировку аккаунта, вот у вас еще есть кредит доверия, да, со стороны Амазона, они еще верят вам, и поэтому я всегда говорю всем людям, которые к нам обращаются, и Денису я тоже говорила, да, что вот самая первая апелляция, самая важная, вы должны к ней подойти очень серьезно. Во-первых, дается дедлайн, да, иногда это 17 дней, иногда это 90 дней. Вы должны за это время подготовить хорошую апелляцию по той структуре, которую я вам говорила. И я вижу иногда, к нам очень часто обращаются люди уже после того, как они пытались самостоятельно решить. Эти случаи более сложные, конечно. И я изучала апелляции, те, которые селлеры сами составляли. И вот определенная ошибка, основная ошибка в том, что очень много слов, да, очень много слов. Не структурировано, какое-то, может быть, люди оправдываются или, знаете, какая-то косвенная информация дается. То есть вы должны понимать, что seller performance у них тоже, да, миллионы, там, сотни этих писем, они тоже хотят быстро прочитать вашу апелляцию и сказать «да» или «нет». Вот, и всегда нужно понимать, что перформанс на самом деле хочет вас разблокировать, да, вот вы должны ему дать такой шанс, вы должны дать такую информацию в таком виде, чтобы им легче было принять решение и чтобы они вас разблокировали. А сейчас я расскажу про несколько кейсов, которые у нас были, как мы их решали, да, какой был результат. Начну с нарушения интеллектуальных прав, потому что я, наверное, эти нарушения больше всего люблю по специфике своего опыта и работы. А чаще всего я вижу трейдмарк жалобы. По трейдмарк у нас есть в основном удачно. Успешно мы разрешаем такие жалобы. Вот. И вы должны понимать, что 99% жалоб на самом деле интеллектуальных, они, если их перенести в правовое русло, в США они просто не имеют особо юридического основания. Да? То есть мы понимаем, что есть площадка Amazon, у Amazon свои правила, да, в правовом поле США свои правила. Так вот, многие те интеллектуальные жалобы, которые подаются на площадке Amazon, может быть, они проходят, так скажем, сито, да, и отсев самого Амазона, но на самом деле в юридическом и правовом поле они не имеют особого основания. Вот, то есть вы должны это понимать. А конкретно по нашему кейсу была трейдмарк жалоба, и, в принципе, можно, когда я вижу трейдмарк жалобы, текст уведомления можно определить, кто подал жалобу, да. Подавали жалобу действительно американская компания, подала ли жалобу действительно правообладатель, или это китайцы, да, китайцы тоже можно легко определить, или это просто ваш конкурент. В нашем случае апелляцию мы подготовили без обращения к тому лицу, который подал жалобу, потому что зачастую, наверное, многие селлеры знают, что это просто бесполезно. Связываться с тем контактным лицом, которое указано в жалобе, иногда бывает бесполезно. Мы этого зачастую даже не делаем, потому что они не отвечают. Это не в их интересах. Их задача, их целью было просто, да, убрать вас из ниши, остановить ваши продажи. Вот, поэтому отзывать свою жалобу никакой мотивации у них нет. Чаще всего, да, подают конкуренты. Какие есть сложности в разблокировках таких интеллектуально-правовых жалоб, да? Первое, это, конечно, контактное лицо не отвечает вообще. Даже те контакты, которые указаны в письме, да, в тексте уведомления, этого человека может даже не существовать. И e-mail может быть даже не рабочий, поэтому вы никак не сможете с ним связаться. Amazon принимает многие жалобы и не разбирается в сути. Да. Я объясню, почему так происходит. Потому что у Amazon были серьезные судебные тяжбы по нарушению интеллектуальных прав на их площадке, поэтому им легче просто взять и принять эту жалобу. Они не разбираются, есть основания, кто подает, действительно ли это правообладатель или нет. Почему они так делают? Потому что для того, чтобы сделать, да, правовую оценку той или иной интеллектуальной жалобы, это требуется юрист.
услуги юриста США стоят очень дорого, и у Амазона просто нет таких ресурсов, чтобы каждую жалобу проверять. Поэтому если ваш конкурент, да, или какое-то недобросовестное лицо подает жалобу, так скажем, да, научились они подавать эти жалобы, то они будут принимать, и ваши листинги будут блокировать, ваш аккаунт в итоге могут заблокировать. Я знаю, что часть жалоб действительно подается от лица американских компаний, которые действительно являются правообладателями, да, в принципе, они имеют определенные права. Но зачастую такие вопросы можно также решить уже с привлечением американского юриста, это уже будет стоить дороже, и пишется юридическое письмо в компанию, да, где обосновывается, что вы подали жалобу, но она не имеет никаких оснований под собой. Так, следующий кейс – это связанные аккаунты. Я знаю, что многие трейдеры имеют несколько аккаунтов. Вы должны понимать, что за это могут заблокировать оба аккаунта, или два, или три, сколько у вас есть. Amazon всю эту информацию отслеживает. У них вся информация есть, они отслеживают абсолютно всю информацию, вплоть даже до девичьей фамилии вашей мамы. Вот поэтому, да, вы должны понимать, что есть определенные связанные риски с этим. К нам обратился клиент, он открывал несколько аккаунтов, три аккаунта у него было. И как мы разрешили эту ситуацию, он поступил более мудро, более умно, он перед открытием последнего своего аккаунта, он позвонил в поддержку и получил разрешение на открытие нового аккаунта, да. То есть это самый безопасный вариант. Вы должны звонить в поддержку, получать разрешение на второй аккаунт. Желательно вам записать время этого звонка, да, дату, с какого телефона вы звонили, и попросить поддержку, чтобы они вам отправили в письменном виде письмо, чтобы это было оформлено. Вот. Но я думаю, что, наверное, самый лучший, самый безопасный способ, самый безопасный вариант – это иметь только один аккаунт. Вот, то есть если вы не хотите рисковать своим инвентарем, не хотите рисковать своим товаром, то я бы не рекомендовала иметь несколько аккаунтов, потому что у Амазона есть все ресурсы, чтобы вас вычислить, да, и заблокировать эти аккаунты. И к таким нарушениям Амазон сам очень серьезно относится. Так, тема inauthentic и counterfeit. Нужно понимать, что вот эти два понятия, они разные. Inauthentic – это товар, который на самом деле он брендовый, да, то есть он настоящий, оригинальный. Единственная проблема в том, что вы как селлер не имели права от правообладателя, да, продавать его на площадке. То есть многие компании крупные, они ограничивают те площадки и тех дистрибьюторов, которые могут продавать их товар. И, кстати, inauthentic относится к таким категориям товаров. А counterfeit – это подделка. То есть об этом, да, их отличие. Эти кейсы, они самые сложные, они очень сложные, их очень сложно решить. И я могу сказать, что в основном динамика разрешения таких жалоб, она негативная, да, она отрицательная. То есть очень сложно их разблокировать. И для меня, например, лично такие жалобы, они намного сложнее, чем нарушение интеллектуальных прав. Почему? Потому что вы должны понимать, да, вот, что вы продаете товар без разрешения. Вы продаете товар без разрешения бренда, вы продаете подделку, и, соответственно, вы не можете предоставить инвойсы. К тому же, как правило, эти нарушения касаются дропшипперов. С дропшиппингом Amazon борется очень серьезно. Очень тяжело доказать, что вы надежный селлер. Почему? Потому что они запрашивают эти все данные, да? Где вы еще продаете, кто является поставщиком ваших товаров, есть ли у вас веб-сайт. Они даже спрашивают налоговый номер, да, потому что серьезные компании обычно они регистрируют налоговый номер, и всю эту информацию они могут предоставить. Вот. И в связи вот с инвойсами тоже ситуация очень сложная. Наверное, все об этом это знают и понимают, что риск очень большой, и людей блокируют за подделку инвойсом, да? Вот. И насчет дропшиппинга, он на самом деле эта модель не запрещена Амазоном. Вот. Единственное, чего они от вас хотят, они хотят, чтобы вы контролировали процесс поставки, доставки товара. То есть если у вас в инвентаре есть товар, и клиент заказывает, вы должны предоставить этот товар, вы должны ему отправить. Вы не можете принять заказ и сказать, извините, этого товара у нас нет, да? То есть это очень сильно
ну, отрицательно сказывается на customer service, на customer experience, да. То есть у клиентов плохой опыт с Амазоном, и Амазон не хочет такого отрицательного опыта со стороны клиентов. К тому же дропшиперы, насколько я понимаю, они заказывают, скажем, у поставщика и напрямую отправляют клиента. То есть дропшипер, он не контролирует ни упаковку, не контролирует содержимое товара, да, то есть это, грубо говоря, слепая такая отправка, и как раз вот такой процесс, такой метод работы Амазону очень не нравится, и они сейчас серьезно дропшиперов блокируют, и тяжело разблокировать. Я считаю, что самое основное, что вы должны знать по разблокировкам, о том, что вам нужно делать профилактику. Нужно делать профилактику. Если у вас есть серьезные намерения работать на рынке США, нужно понимать, что здесь есть свой менталитет ведения бизнеса, здесь есть свои правила, да, и предприниматели здесь привыкли работать по правилам. Если вы хотите работать на Amazon, если вы хотите защищать свои инвестиции, если вы вкладываете в товар, да, свое время, свои усилия, то вы должны знать правила Амазона, и вы должны им следовать, потому что рано или поздно есть большой риск того, что вас заблокируют, и разблокировать нам зачастую приходится, ну, разблокировать бывает надо очень сложно. Что вы должны делать? Динамика такая, что Амазон стал более серьезно относиться к нарушениям. Я даже сравниваю с прошлым годом, мне кажется, в прошлом году было все намного проще, сейчас нет. Сейчас есть какие-то, у них есть эти боты, да, которые отслеживают метрики вашего аккаунта, отслеживают ваши нарушения, в том числе по интеллектуальным правам. Если есть определенные красные флажки, то они будут вас блокировать. Ну, вот. Поэтому вы должны отслеживать свои метрики, должны отслеживать свои нарушения, обязательно знать правила Amazon, да, что запрещено, что разрешено. Также очень, я думаю, это важный вопрос для private label сейлеров, для тех, кто вкладывает, да, серьезный ресурс развития своего private label. Вам будет очень важно перед началом запуска товара все-таки сделать предварительный ресерч именно по интеллектуальным правам. Этот ресерч может стоить $100, этот ресерч может стоить $200, да, но вы таким образом защитите свои будущие инвестиции. Я думаю, что на предварительном этапе легче потратить $200, обратиться к юристу, по крайней мере, он вам подскажет, есть риск, нет рисков, не нарушаете ли вы чью-то торговую марку, или чей-то дизайн, или чей-то подход. И в будущем, когда уже у вас там будут, может быть, десятки тысяч долларов или даже сотни тысяч долларов в товаре, да, в обороте, в вашем инвентаре, вы не будете потом бороться с этими интеллектуальными жалобами. Некоторые интеллектуальные жалобы практически невозможно разрешить, да, очень сложно. Вот, поэтому я рекомендую, я думаю, что это больше должна быть культура, да, новая культура для селлеров, быть более осведомленными, быть более серьезными настроенными на этот бизнес, потому что я сама живу в США, я вижу, что это такой огромный, здесь очень много перспектив, но от вас также требуется, как от предпринимателя, да, относиться к этому серьезно и играть по правилам. В США жизнь такая, что здесь есть определенные правила, люди играют по правилам, и того же самого от вас ждет Amazon, потому что Amazon — это американская корпорация, да, и у них свои правила работы. В принципе, все, что я хотела сказать, я уже закончила. Спасибо большое за внимание. Если у вас какие-то вопросы будут, я с удовольствием отвечу. Ну, а прайс так есть какой-нибудь? Прайс? Да. Прайс, наши цены начинаются от $350, да, то есть жалобы бывают, и жалобы, и блокировки листингов, аккаунтов, они бывают очень разные. Как мы работаем? Мы сначала предварительно обязательно изучаем кейс, то есть мы получаем user permissions у клиента, мы сами изучаем, какие были нарушения конкретно в этом случае. Все апелляции готовятся индивидуально, все кейсы мы в работу не берем. Если человек уже сам обращался, писал апелляции безуспешно, нам уже будет тяжелее работать. Также у разных селлеров бывает разный набор нарушений. У некоторых бывает там целый набор, да, скажем, интеллектуальные нарушения и на аутентик очень разные. То есть каждый кейс он индивидуальный. Бывают блокировки листингов, да, то есть это уже другой вопрос. Поэтому каждый кейс мы анализируем индивидуально пишется вариация. Все кейсы мы не берем в разработку. Первоначальная проверка, да, проверка вот документов, уведомлений и
оценка успешности кейса делается индивидуально, и она делается бесплатно. А сколько стоит с вами Brand Registry 2.0 пройти? И нужно ли 31 класс регистрировать? Brand Registry стоит $675 за один класс. А нужно вот этот 31 класс? Просто у нас недавно информация всплыла, что, оказывается, это очень полезно его регистрировать. Вот надо это или нет? Ну, я думаю, что это нужно смотреть в индивидуальном порядке. Я не знаю, какие товары вы продаете, какие товары вы планируете продавать. 31 класс, он на продажи, на рекламу, а не на товары. Еще раз. 31 класс, он на продажи и на рекламу, а не на товары. То есть он универсальный ко всему. Как нам объяснили? Что-то вас плохо слышно. Как нам объяснили, говорю. Это для рекламы и для этой, как вот, для торговли. Да, я поняла, это вот всякие услуги, да? Услуги, да, да, это универсальные, да, как бы. Потому что если ты зарегистрировал твою торговую марку, будешь ее рекламировать, ну, то есть твоя известность получишь какую-нибудь. И хитрые американцы, у которых мы все время слышим, они по правилам туда-сюда, они вот такими вещами занимаются. Гниды, короче. Отжимают, в общем, бренды. Ну, они не отжимают, просто они это самое, просто сосут. Руки выкручивают. Да, сосут просто денег, да и все, Вот и весь бизнес. То есть кто-то что-то создает, а кто-то, соответственно, что-то пытается. Что я могу сказать? Ну, да, приходится адаптироваться под реалии рынка, стараться максимально защищать свои инвестиции. Так, изучайте за почасовку или пресейл, Илья спрашивает. Как еще раз? Почасовая или, соответственно, есть какой-то прайс при изучении? Нет, мы непосредственно кейс изучаем бесплатно, то есть мы смотрим уведомления и селлер аккаунт бесплатно и говорим, мы можем помочь или нет. На этом этапе бесплатно. Потом мы ставим цену, да, указываем цену, и потом уже, если клиент согласен на условия, даем оценку успешного разрешения, потом уже договариваемся, будем работать или нет. Частичная гарантия, гарантии какие-то такие вот вещи связаны с этим, как вообще происходит? По поводу гарантии, как раз-таки после того, как будет оценен кейс, да, потому что кейсы бывают очень разные, мы это также будем обсуждать индивидуально. Я обычно даю в процентах, оцениваю в процентах, насколько это успешно можно будет разрешить. Все понятно. Ну, то есть, в любом случае, возможно, даже частичная гарантия, могу сказать, что ни с одними юристами я об этом не договаривался. На данный момент мы со Селью как раз пытаемся разбанить один из моих аккаунтов новых, на котором по своей глупости, так как я не дропшиппер, не опытный, вот этот махинатор с кучей аккаунтов, как бы просто оплатил с карты, на той карте у меня денег не было. А карта была привязана еще и придачу к забайному аккаунту, вот сейчас мы апелляции подали. Вот, посмотрим, как получится. То есть пока на данный момент нам Amazon уже, по-моему, второй или третий день не ответил ничего. Ну, просто абсолютно ноль, хотя у нас там была кнопка подать апелляцию. Я подал апелляцию в два отдела. Отдел по нарушениям правил Амазона и отдел по этим аккаунтам, двойным аккаунтам. То есть как бы в два места подал. Единственное, там не было возможности фотографию скинуть. Ну, думаю, этого будет достаточно. Вот. Потом что еще? Хотели донести серьезно. Ну, то есть вот по гарантиям как бы сказали. Работаем мы с Асель, так что можете к Ане обращаться. Она как бы административную часть закрывает. Вот, все остальное потом уже сводит там, все моменты закрывает, чтобы просто не отвлекать и не тратить лишнее время. По поводу у нас есть такая небольшая миссия, небольшое, так скажем, задание и небольшое желание донести людям еще раз, особо одаренным и особо тем, кто ничего не слышит и ничего не видит. Я могу сказать именно на своем опыте, это опыт, связанный с баном моего главного аккаунта. Я тоже много раз разбанивался, ну, не много раз, несколько раз разбанивался способами деревянных болванок, домашних заготовок, так называемых, которых там есть там 10, 20, 30, там 50 штук, в которых меняется только осина, меняется только название там правообладателя, там магазина, ну, и такие вот элементарные вещи, там полпредложения. Да, разбанивается, бывают легкие моменты. Раз разбанился, два разбанился. Ну, я так два или три раза разбанился, на четвертый раз мой аккаунт забанили насмерть.
Вот. И когда я уже начал тыркаться с юристами, сейчас я там отдал это Синтии, сейчас за 2500 долларов тоже пока письма шлют, результат ноль. Слава богу, сейчас можно вывести товар бесплатно. Вот я сейчас хотя бы сэкономлю 15 тысяч долларов на том, чтобы вывести товар. Потому что каждый SKU стоит там, сколько там, 50 центов. Ну вот, я к чему говорю? К тому, что очень внимательно, кто этим занимается, и многие, я знаю, дропшиперов и так далее, у которых по 5, по 6, там, куча банов, аккаунтов и всего остального, очень внимательно отнеситесь к первой подаче заявки, к первой подаче апелляции, точнее. Потому что вот это вот самая главная мысль, в принципе, сегодняшнего вот этого мероприятия, понятно, что специалистов мало, понятно, что американские специалисты очень дорогие, а Сэль еще пока у нас не стала звездой, а из-за этого у нас нет там цен в 3-4 раза дороже. Вот и все. А не надо идти к нашим доморощенным. Не то, что идти не надо, а иметь в виду, что у нас юристов здесь нет. У тебя там лицензии, все вот эти вещи же есть, я так понимаю, в Америке. Да. Какие да. у тебя регалии да. вообще? То есть ты там училась, ты дипломированный специалист, имеешь возможность, да. а там же еще там выступать в суде, там же вот эти всякие моменты, это другая история, адвокаты, да. юристы. Да. Вот. Ну, в любом случае, то есть обращаться надо к специалистам однозначно, можете искать других, естественно, юристов, вопросов нет, но именно к юристам, специалистам, которые вам будут делать индивидуальные апелляции по месту, которые в курсе темы, которые в курсе трендов, которые на английском читают, там, не знаю, статьи, что Amazon хочет, что не хочет, потому что по поводу правил Амазона историю умалчивают, для меня лично у Amazon правил нет. Это просто тупая машина, которая управляет или робот, или индусы, а скорее всего индусские роботы, которые вообще неадекватны абсолютно, и они могут на одно и то же действие 10 разных вариантов решения проблем. И когда мы, бывает, решаем проблему, они находят у нас проблему, оказывается. Вот у меня, вот мне приклеивают негативные отзывы, тупо. Вот, я их расклеиваю, а потом я раз... И пришлите FDA сертификат. Те, которых отклеили от меня, такие же товары, они как торговались, так и торгуют. Те, кто вокруг меня, все конкуренты, как торговались, так и торгуются. А я бы селлер был, я теперь ее. Опять забанен и на третий аккаунт товар везу. То есть вот такой вот Amazon, он меня напрягает, честно могу сказать, вот это отношение к селлерам просто из-за того, что на данный момент мне больше нужна не атака, а оборона, чтобы просто я понимал, как обороняться. Вот, то есть вот Amazon меня раз наказал, два там. Предположим, я правил никаких не нарушил, они меня там опять забанили. На них что-то суд подавать? Ну, просто вот мне оборона моих инвестиций очень важна, она реально накипела, вот, и вот эти моменты, связанные вот с этими последними там двумя-тремя месяцами, куча сбанов, разбанов, блокировок листингов, то, что реально что-то там у них происходит, и когда мы разговор вели о всяких серых способах, да нет никаких серых способов, просто конкуренты беспредельничают и все. Просто да. приклеивают свои торговые марки при склейке и потом жалуются, что пользуясь торговой маркой. Все, все действия. Ничего можно не нарушать. Можно делать все замечательно, все красиво, все по фэншую. А потом раз проснулся, а у тебя аккаунт забанен. Начинаешь узнавать, почему аккаунт забанен, а он забанен вообще непонятные дела. Из-за этого очень, тем более, если вы ничего такого сильно действительно не нарушали, вот, обращайтесь к специалистам однозначно, чтобы вам написали первое письмо, потому что ко мне многие друзья просто приходят и сами начинают. Ну, я сейчас первый раз попробую, второй раз у меня вот опять не получилось, вот давай на третий, на четвертый. Ну, там сколько получается? Вот первая апелляция приходит часто как в виде апелляции, то есть просто по-нормальному вас спрашивают, объясните свою проблему, да, и ход решения этой проблемы. Второй раз уже практически нас так себе слушают. Ну и третий, все, вот мне написали, что мы ваши письма больше читать не будем. Безос тоже отказал, все, привет. То есть письма просто, они тупо не отвечают, ни на Синтию, ни на кого не отвечают. И неважно, адвокат сколько берет, 2500 долларов, 3000 долларов. То есть мне сейчас вот предлагают там за 3000 долларов разбанят. Ну и сейчас вариант вывести товар, я лучше товар вывезу, да и все. Мне на этот аккаунт, открыть аккаунт 200 долларов стоит, ну 300 долларов стоит, ну 500 долларов стоит там, ну я не знаю, но это... крохи. Мне сейчас товар просто почти 20 тысяч штук переупаковать, это там пятак отдать надо. Просто его вывезти вот сейчас бесплатно, а если бы еще вывозить, то пятнашку еще надо было отдать. То есть там юристы не принципиально на самом деле, то есть, потому что хотелось бы торговать, а сколько мы убытков понесли. То есть при тех продажах, которые мы были, мы в день столько зарабатывали.
Вот, из-за этого рисков очень много, так как мы обороняться от Амазона не можем по факту, потому что там куча идиотских правил, по-другому не скажешь. Я не знаю, кто их писал вообще, они устарели 10 раз уже. И на каждое любое новое правило, на каждое там, новое какое-то техническое действие программисты там за день придумывают решение нормальное, то соображают технически. А правила те, которые они придумывают, вообще непонятно, что они от нас вообще хотят. То есть просто дайте прозрачные правила, мы будем их там ими пользоваться. А так все это на усмотрение только. Так, подскажи, современно ли Amazon выплачивает деньги по истечении 90 дней? Когда как? Опять же, кому-то на 90 дней не плачет. Я вот жду свои 20 тысяч, у меня там зависли. То есть в товаре мы сейчас забираем, дождались Prime Day, там у них вывозы на Prime Day и на 2 раза в год. То есть я ждал как раз Prime Day, на него и рассчитывал. И на Новый год, соответственно, там, не помню, ноябрь или октябрь. Ну, вот. А по 90 дням это опять зависит от ваших нарушений, от многих факторов. Опять непонятно, в том-то и дело, в этом вся проблема. Плюс, что вы нарушали? Я вот, в принципе, особо ничего не нарушал. Типа торговую марку. Но мне вывести спокойно дали товар. А многим не дают товар вывозить. Это, наверное, когда идут как раз подделки. То есть очень много всяких... Да, очень много всяких моментов. Подделки уничтожают, даже вывести не дают. За подделки у меня есть друзья, которые получали выплаты. Но это, например, было там 2 года назад. А сейчас какая ситуация по ним? Непонятно. Я свои 90 дней жду, уже там, сколько, я не знаю, там, дней 45, там, 50 мы уже прождали, так что нам осталось немножко. Вернут нам деньги наши, там, посмотрим. Ну вот, как это все будет выглядеть. То есть опять от нарушения зависит. То есть в том-то и дело, в этом вся и проблема, непрозрачно. Все очень субъективно, и кто это принимает решение, я не понимаю. Ну, потому что пишешь, звонишь, бывает, вот у меня была ситуация, просто Amazon заклинило, и листинг мы не могли восстановить. Вот, и просто я тупо в 6-й попытке, мне 5 раз, нет, это нельзя, мы сейчас сделаем кейс, нет, это нельзя, мы сейчас сделаем кейс, и на 6-й раз прям подряд в чате мне чувак попался и сказал, так, не вопрос, так, вот сейчас вот это у вас произойдет, произошло, сейчас вот это произойдет, произошло, сейчас вот это, то есть такое ощущение, человек, то ли у него была клавиатура под рукой, а у тех не было, то есть они могут только да или нет написать, я не знаю. То ли у нее какой-то доступ есть, то ли они просто неквалифицированные, там, я не знаю, там. То есть, ну, очень сложно. Да, вот я из-за этого говорю. То есть, Марин, в этом вся и проблема, что проблема с Амазоном, что нету прозрачности, и читать правила, но у нас главный гуру по правилам Амазона – это Денис Сулимч, я считаю, по крайней мере, лучший, кто знает больше него, я никого не знаю. По всем правилам, по всем каких-то таких вот заковыркам я всегда к нему обращаюсь. Ну, вот, но... Опять же, вот его, например, банят постоянно за торговую марку, он уже один раз разбанился, просто какой-то, то ли дистрибьютор, ну, я думаю, что нечестный конкурент, какие там дистрибьюторы, ё-мо. Ну вот, нечестный конкурент просто от бренда жалуется на Amazon, его банят. Первый раз он сначала пытался с ним связаться и сказал, в конечном итоге он вышел на этот бренд сказал, что он вообще не в курсе. В конечном итоге Денис разбанился, но сейчас на данный момент опять его там прессуют по-жесткому. То есть, где ты хорошо продаешь вот эти штаны детские, в которых мы находимся, пока я не преодолел. То есть, вот, неважно, сколько ты продаешь, просто если ты реально глаза мозолишь людям, вот, постоянно какие-то вот прессовки идут. Из-за этого юристы нужны однозначно, надо закрывать вот эти все вопросы. Со Селем мы планируем вот сегодняшний лайф по блокировкам. Сейчас хочу, чтобы нам вопросы задавать начали. В принципе, что я хотел, рассказал. Донес свою идею, обращайтесь с первой своей подачи апелляции очень внимательно и подумайте 10 раз, кому ее дать. И не важно, что в чатах где-то там кто-то пишет про кого-то, я очень многих знаю, как они сильно облажались, мы практически все. И не факт, что Асель разблокирует, я не к этому клоню, что там приходите к нам и нам башляйте. А за то, что просто первый раз, вот как раз, это очень важно, из-за этого... Всегда пишите апелляции со специалистом, и там потом просто может быть намного сложнее. Апелляция – это очень важно. Можно уточнить вопрос? Да, все, я закончил. Всем привет. Привет. Да-да-да. Асель, просто уточнить хотел. Разница между дипломированным специалистом и лицензированным, она огромна. И вот я сейчас пытался вас найти на ava.com, я вас не нашел. Вот я хотел узнать, если вы лицензированы, то в каком штате? На штат Нью-Йорк.
Но я вас не могу найти. Вот по тем имя и фамилии я не могу вас найти. Не знаю. Давайте потом напишите мне лично, мы с вами поговорим на этот вопрос. Хорошо. Угу. А это кто? Я просто не вижу ваше имя. Это Роман. А, ага, очень приятно познакомиться. Так что мы тебя проверим, по полной программе. Да, да. Вот, тут не все так просто. Нет, это для того, чтобы просто понять квалификацию. О том, о чем говорил Денис. Если дело дойдет до суда, сможете ли представлять интересы как лицензированный адвокат или нет? А суд какой вы имеете в виду? Ну, любой инстанции, не суть важно. То есть мы подаем исковое заявление в суд, там, какие-то неправомерные действия. То есть сможете ли вы представлять суде как лицензированный адвокат? Нет, судебными именно это называется litigation, да, то есть это отдельная как бы практика юридическая. Мы занимаемся в основном консультированием предпринимателей. То есть мы не занимаемся судебными тяжбами. Судебными тяжбами занимаются отдельные юристы. Ну, то есть я не хотел уточнить, то есть вы дипломированный специалист, правильно? Лицензии у вас нет пока. Да. Но мы не занимаемся судебными тяжбами. То есть я отвечаю на ваш вопрос, судебными тяжбами мы не занимаемся. А лицензия на что есть у тебя? Лицензия – это просто обычная лицензия на практику юридическую. Ну вот, все. Теперь все понятно. А какую практику? То есть что она себя включает, эта юридическая практика? Да. Возможность консультировать в офисе? Или? Да. Я зарегистрирован как иностранный юрист. Потому что я первое образование получила в Кыргызстане, и здесь я уже получила второе юридическое образование. Это что-то типа паралегал такого, да? Нет, это не паралегал, это немного другая категория. То есть здесь на самом деле действительно очень много, как вы правильно отметили, разных лицензий, разных допусков. Например, допуск есть, например, в, скажем, патентное, это уже отдельные люди, да, то есть у них определенные требования. У нас больше идет, мы идем больше как иностранные юристы, но это не есть паралегал. Паралегал – это человек, который делает юридическую работу, но за подписью юриста. Вот так. Ну, получается, если обращаться в суд при вашем посредничестве, все равно нужен будет какой-то сторонний юрист, который завизирует эти документы. Обязательно, потому что мы судебными тяжбами не занимаемся. Я просто к чему говорю? Просто если мы обсуждаем стоимость услуг, да, то если вы берете хорошего адвоката, это 400-500, ну и выше долларов в час. Если вы берете нелицензированного юриста, это ну, 100-150, я думаю, долларов в час. Это я просто как бы резюмирую то, что вы мне сказали. Правильно? Нет, я говорю, что мы не занимаемся судебными тяжбами. Судебными тяжбами занимается определенная категория юристов, да. То есть есть люди, которые просто консультируют, мы относимся к их категории. Есть люди, которые занимаются конкретно судебными тяжбами, и там должна уже быть отдельная лицензия и отдельный вход в определенные судебные округи. То есть эта система, она очень сложная, сейчас не смогу вам коротко ее объяснить. Да нет, не нужно это объяснять. Просто смысл в том, что, понимаете, когда вы просто консультируете, вы не можете гарантировать результат. Потому что результат от вас не зависит, потому что вы ограничены определенными рамками. А если вы лицензированы, то вы уже не ограничены. Вы можете дойти до любой инстанции в отстаивании того или иного дела. Ну, я и в этом отношении согласен, потому что на данный момент сейчас разговор идет о том, что есть разный уровень. Если мы сейчас будем из базуки стрелять по воробьям, то тоже сложно. Тем более никто не призывает определенному юристу идти. Тут весь смысл в чем? Подача, смысл один. Есть конкретная цель, она конкретные вещи делает. Есть непосредственно то, что мы делаем. Сейчас на данный момент весь русскоязычный интернет, я не знаю, ну именно с Амазоном связано, пользуется юридическими вещами. В основном кто? Это дроп, ну первостепенно. Дро пользуется просто болванками. Ну, я не знаю, подавляющее большинство. То есть сейчас вот начнешь кидать там 3-4 там есть направления, которые просто болванки. То есть тут я сейчас разговариваю о том, чтобы просто поднять уровень, чтобы непосредственно у тебя индивидуальный подход был в плане подачи именно апелляции, а не то, что идти в суд с этими апелляциями. Я не знаю, кто против Amazon пойдет. Да они там просто, ну вообще, ну я не знаю, кто там судиться будет с Амазоном.
если ты не являешься серьезным брендом, ну да, кому это надо? Там крутые бренды, понятно, что там нормальный бренд, он вообще закроет торговать на Амазоне. На Амазоне продается одно барахло. Барахло да подделки. Мне многие дроперы доказывают онлайн-арбитраж. Но онлайн-арбитраж другая история. Вот, дроп, а многие доказывают, что они торгуют прям вот натуральными, нормальными продуктами. Наверное, я не спорю. Но чудес на свете не бывает. Но нельзя купить, там, я не знаю, iPhone там на треть дешевле. А объемы качать все равно будут все демпинговать. Соответственно, ты будешь 2 копейки зарабатывать. Соответственно, у тебя должен быть доступ к дешевым ресурсам. А если у тебя такие бабки есть, ты можешь более выгодным делом заниматься. То есть здесь все взаимосвязано. И сейчас именно разговор и весь смысл вообще всего этого. Первое, задавать вопрос, естественно. И второе, это дать просто мысль, чтобы люди понимали, что первая апелляция самая важная. И, соответственно, куда бы они ни пошли, к юристам, которые $500 в час берут, или, соответственно, к юристам, любым специалистам хотя бы, которые имеют образование, там, которые там работают, понимают вот эти вещи. Вот я о чем говорю. Ну, по крайней мере, у меня была идея именно в этом. Потому что я, например, также развиваюсь постепенно. Можно, конечно, пойти там, наверное, к самым дорогим там, или еще каким-то. Я не знаю, например, у Синтии, она у нас в интернете здесь русскоязычном, достаточно распиаренные, и, в принципе, тех, которых мне дали, даже некоторые к ней отправили, потому что сказали, поэтому вопрос, идите к ней. Я не знаю, являются они там юристами, адвокатами или кем, потому что, например, мне апелляции пишет Брэд. Вот, то есть он там в офисе работает, то есть я не знаю, кто он там, юрист, адвокат. Мы 2,5 штуки им скинули, и привет. Ни гарантии, ничего. Да, сказали, у нас 97% выигрышных дел. Да, сказали, что сразу не сделаем, мы будем до последнего там слать письма, ну, апелляции. Ну, то есть моментов много, я просто с этим столкнулся, никогда не сталкивался, в приват шел для безопасности, для построения бренда и сохранения своих инвестиций. Но на данный момент меня немножко вот это поднапрягло, потому что, ну, реально, есть вещи, когда мы прям нарушаем, и это реально, ну, очень редко замечается. Ну, да, вот эти были суспенды за манипуляцию отзывами, все. Все, в принципе, больше никаких моментов не было. Все остальные – это обычная торговля, борьба с конкуренцией. Это не дроп совсем. В дропе там все совсем по-другому. Но получается вот сейчас, то есть вот этими манипуляциями, техническими действиями, если ты становишься серьезным продавцом, у тебя есть риски там всяких неприятностей. Ну вот из-за этого я говорю, что первая апелляция очень важна. То есть вот АСЛ – один из вариантов, абсолютно демократическими ценами, которые может эту дырку заткнуть конкретно в данной ситуации. Будут кто-то лучше, дешевле, приглашайте, я только с удовольствием. Так, дальше. Денис, можно еще добавить? Да, да, конечно, давай. Нет, все, что ты сейчас сказал, все, что сейчас обсуждается, это все абсолютно правильно, вопрос не в этом. Просто люди должны четко понимать, у кого что есть, кто чем располагает и до какого этапа может дойти. Это один момент. Второе. Ответчиком не всегда должен быть Amazon. Ответчиком может быть тот человек, который написал на тебя жалобу, который попытался тебя, ну, который попытался надурить Amazon, да, своей жалобой. Это во-первых. Во-вторых, как правило, все люди, все американцы, которые торгуют на Амазоне, это компания, это LLC, S-Corp, не суть важно, да. В чем нюанс? Ты как ну, person, да, как человек, просто как человек, не как компания. Ты можешь подать в суд без адвоката. Это стоит $400. Но для того, чтобы твоему ответчику ответить, он не может ответить сам в суде перед судом. Он должен нанять адвоката. Это минимум $3000. Поэтому, когда просто ты должен понимать, иногда подача в суд, оплата этой пошлины $400 и подача искового заявления в суд уже отрезвляет твоего ответчика, потому что он как минимум трешку отдаст адвокату сейчас для того, чтобы просто его представить в суде. Вот, вот, вот очень интересно. Американская компания не может сама себя защищать в суде без адвоката, без лицензированного адвоката. Адвокат за защиту в суде возьмет $3000, это будет ретейнер, который будет... Это минимум вообще, трешка, это то, что будет на старт. И потом... Пошло в плюс. Поэтому все четко должны просто понимать, если вы хотите
отойти от шаблонов и прийти к нормальной юридической практике, то все вот эти тонкости люди тоже должны знать. Я тоже не знаю всех тонкостей. Я знаю только то, с чем я сталкивался уже. И я знаю, какие моменты могут отрезвить твоего ответчика уже на начальном этапе. Так, хорошо. А если это не американская компания, а какой-нибудь там Тарас Бульба, и что с ним делать? Ну, ты же не американская компания, ты можешь подать в суд. Я могу подать. На американскую компанию. Нет, да, нет. Заплатить $400 пошлину. Я понял. А я подаю на какого-нибудь там, я не знаю, Чучмека там, Абульбуль Халибова там, или еще какого-нибудь там, я не знаю. Там. Вот, что с ним делать? Он под американской юрисдикцией или нет? Нет. Ну, вот такой же, как и я. Такой же, как и мы. Такой же, как и я. Там таких там, что там американцев? Американцы там капли в море, небось. Там этих махинаторов, индусов, китайцев, наверное, раз в 10 больше, чем мы там всех вместе взяты. Я думаю, что вот этот вопрос, наверное, больше косель, да, потому что вряд ли американское правосудие будет рассматривать иск там двух там третьих стран. Как ну бы, да, вот эти из-за этого говорю. Россиянин и индусов. То есть как бы нет, то есть тут уже нужно искать какие-то, я думаю, моменты, связанные с Амазоном, и пытаться решить через Амазон, либо подавать на Амазон уже на какие-то неправомерные действия. Можно я отвечу, да? Да. Очень хороший вопрос подняли, Роман. По поводу... нужно понимать, что вот эти все апелляции и вот жалобы, которые да, получают сейлеры, это все на площадке Amazon. Да? То есть здесь еще на этом этапе судебная система США, она никак еще не была вовлечена. Это все внутренние правила Amazon, это все недобросовестные конкуренты, да, которые уже жалобы зачастую отправляют. И вот эти апелляции, вот то, что Денис говорит, бред готовит, да, это вполне нормально. Это человек, который разбирается в правилах Амазона, и он пишет апелляцию для Амазона. Ну, может, вообще не юристы, я так понимаю, да и все. Да, они не юристы, да, как говорила Денис, они юристы. То есть это вполне нормально, потому что это правило Амазона, и это, грубо говоря, это право Амазона, да, то есть ты пишешь апелляцию в Амазон. По поводу того, что вы говорите, суд обращаться, зачастую как это решается, если, во-первых, это компания, есть компания, та компания, которая подала жалобу, да, если она в Америке, с ними намного легче, я считаю, как бы, да, разрешить эту ситуацию, потому что, как вы и сказали, будет достаточно им написать даже без обращения в суд, достаточно будет письма, да, за подписи юриста, в котором как раз-таки все вот эти вещи и оговариваются, да, ответственность юридическая за подачу недобросовестной жалобы, которая не имеет под собой основания. И американские компании, да, 100% им этого не нужно. Вы говорите $3000, там могут быть legal fees намного выше, да, и это никому абсолютно не нужно. И там 97% всех судебных исков, которые были поданы, они урегулируются еще до начала судебного заседания, да, то есть люди договариваются. А по поводу Амазона, знаете, вот Денис очень правильно сказал, действительно очень сложно из этого порочного круга выйти. Почему? Потому что постоянно идет роботизированный ответ. Ты подаешь одно письмо, ты отвечаешь на их жалобу, ты отвечаешь на их уведомления, но вот одно и то же они отправляют, вот это роботы отвечают, и ты не можешь из этого цикла выйти. Я знаю, что по поводу того, что подавать иск и вообще да, как с этим бороться, я знаю, что для тех сейлеров, да, которые находятся в США, проживают в США, зарегистрированы в США, есть арбитраж. То есть у Амазона есть определенная договоренность, у них на сайте написано, в американский арбитраж можно будет обращаться, но там минимальная стоимость просто их услуг, да, вот эта пошлина будет стоить $2500, и она только доступна для американских сейлеров. То есть если вы хотите спор вывести из полного контроля Амазона, то вы можете идти туда. Но для СНГ-сейлеров, да, сложность, что вы не находитесь в Америке, и не каждый, как бы, этот вариант для вас просто недоступен. Я понимаю, что это очень сложно решить, потому что Амазон сам принимает эти жалобы, Амазон сам вас блокирует, да, он блокирует ваши деньги, он блокирует ваши товары, и он роботизированно отвечает. И зачастую, я согласна с Денисом в том, что люди получают блоки аккаунтов, блокировки аккаунтов ни за что. Вот просто ни за что. Ни за что не было. Не было основания, не заблокировали. Во-первых, да, это первая проблема. Вторая проблема, что ты, какая бы ни была суперапелляция, какой бы ни был суперспециалист,
ты не можешь разрешить эту ситуацию. Почему? Потому что вы должны понимать, селлеры должны понимать, что есть объективные причины. Amazon, у Амазона очень много внутренних проблем, очень много технических ошибок, вот то, что Денис и вы говорите. Невозможно просто из этого порочного круга выйти, невозможно разрешить. Так что такие риски есть, да, риски есть. По поводу как бы выхода вне Амазона, это есть либо арбитраж, да, по поводу обращения в суд, все-таки эти все жалобы, они были первоначально поданы внутри Амазона. И как Денис правильно заметил, есть очень много людей, которые, знаете, вы их просто не сможете найти, да, они на общих аккаунтах, как Gmail там, или AT&T, что-нибудь такое, они делают, создают почтовые ящики, придумывают какие-то имена, и этих людей, по сути, не существует. Каким образом вы собираетесь, да, с ними бороться? Вот с ними бороться очень тяжело. И вторая проблема в том, что даже если то лицо, которое подало против вас жалобу, его вообще не существует, да, во-первых. Во-вторых, Amazon не хочет принимать, не принимает ваши апелляции. Вот. То есть это проблема Amazon на самом деле. У них очень много этих багов внутренних, роботизированная система, по порочному кругу это все вращается, невозможно разрешить. К сожалению, это условия работы на Amazon. Вот. Для американских селлеров, я думаю, больше есть каких-то вариантов. Но вот для селлеров из СНГ разрешения, они достаточно ограничены. И мы ограничены, как бы, да, вот контролем и властью Амазон в этом вопросе. Как можно выйти из Амазона? То есть, мы по Амазоне помучились, и как вот можно в суд подать? Как определить, американская компания или нет, например? Чтобы некоторым хотя бы 5% людей, которые пострадали ни за что, зацепиться. Потому что вот у меня ситуация. Мой ученик, он фотографик, использовал какое-то лицо ребенка, там, точнее не он, естественно, а кто ему сделал фотографии, он этот фотограф где-то на стоках на бесплатных выдернул, эти бесплатные стоки выдернули на платных, в конечном итоге концов не найти, и ему адвокат прислал письмо, то есть те, кто люди живут в Америке, они, думаю, понимают, о чем я говорю, им пришло письмо ему, за каждую фотографию по 10 тысяч долларов, это стартовое, плюс еще отчеты надо прислать, если сумма будет больше, по продажам, что на этих товарах заработал, то будь добр еще больше заплатить. То есть это вот те люди, которые живут в Америке, даже не только юридические фирмы, а частное лицо, которое торгует на американском рынке, это ему уже приходили письма по патентам, такая же история. То есть тоже юрист прислал письмо, а представьте, пожалуйста, мы являемся правообладателем данного патента, представьте, пожалуйста, объемы продаж на Амазоне. Ну, то есть они там с юристами тоже сторговались, там тоже ему там 1015, ну не помню сколько, но в любом случае, недешево. То есть вот эти моменты, если можно было бы, как это можно было бы вот вывести с Амазона претензию на побиться с тем, кто реально пользуется нашими фотографиями, например. То есть вот мы можем доказать, что это наша фотография, а как мы это можем доказать? Там хотя бы лицо есть. То есть у тех людей там есть лицо, там, ребенка, там, я не знаю, жены, мужа там и так далее. Ну вот, а нам как вот что? Просто вот я говорю, моменты, куда обратиться, как обратиться. То есть вот воруют наши фотографии, воруют наши тексты. Так же, как и мы, соответственно, не без греха, так скажем, ну и у нас также, не менее того. И вот понять, с кого мы можем нагреть. То есть он должен в Америке обязательно жить, там, в цивилизованных странах, то есть как это все? Обычно, да, если в США находится, да, и то лицо, которое подало против жалобы, или из которой вы хотите какие-то определенные... А проверить, как это можно, то есть это юристу дать, сказать, вот он меня долбит, как его находят вообще? По контактным данным нужно смотреть текст уведомления, текст переписки, смотреть, кто это. Обычно сразу понятно, это американская компания или нет. Просто проводится поиск, проверяется. Я просто чуть-чуть недопонимаю, то есть вот как мои контактные данные, вот мне магазин прислали за фотографию, например, то есть как они меня определяют, что-то я никак не пойму. Не, ну, например, скажем, да, была жалоба, ну, по интеллектуальным правам, скажем, была жалоба по торговой марке какой-то компании. Американская компания или нет, вы просто проводите поиск, ищете эту компанию, и сразу становится понятно, вы находите веб-сайт, вы находите эту компанию. А если нет веб-сайта, ничего нет. Да-да-да, вы можете с ними связаться, они вам нормально отвечают, да, и как бы просто да, по тому подходу, как оформлена жалоба, уже сразу чувствуется. Обычно американские компании более серьезно не отвечают, то есть если у них есть какие-то жалобы, претензии к вам, они готовы с вами работать.
есть они хотя бы отвечают на ваши письма. Если это какие-то китайцы или непонятно кто, да, из третьих стран, сразу понятно. То есть вы это лицо даже найти не сможете. Так, ладно, хорошо. Поэтому мы поняли. А, у меня сейчас вопрос еще свой организовался по поводу атаки на конкурентов. То есть какие вы услуги еще делаете? Ну вот пример. Также претензию хочу предъявить там за те же фотографии, написать им что-нибудь. На Amazon пожаловаться, например, технично. Есть у вас какие-нибудь такого плана услуги? Опыт в этом отношении? Ну, то есть просто вот именно законы нормально, не чернухой заниматься, а именно по делу. То есть вот есть мои фотографии, я хочу их удалить. Что для этого надо от меня? То есть исходники, например, там RAW, там, я не знаю, или еще что-то. А вы, соответственно, с Амазоном работаете, чтобы он их удалил. И, соответственно, Амазон также ему может счет заблокировать. Мы в Амазон пожаловались, пальцем помахали, сказали, будьте добры, нам вот с него снимите 5 штук зелени. Я тоже так же хочу. Почему там? И можно 10 предъявить за каждую фотографию, а мне, например, нельзя. Ну, то есть вот этими моментами какими-то вы делаете что-то такое? Для привата нет, именно? Нет, этим мы не занимаемся, нет. Такого, то есть нет опыта, да? Понял. Да, нет, мы этим не занимаемся. Так, ладно, пошли вопросы. А надо бы? Лучшая защита, оборона. У меня вопрос к Асель. Асель, скажите, вот один из таких серьезных видов банов – это бан за поддельный инвойс. Я занимаюсь private label, то есть когда я запускал свой товар, мне Amazon прислал письмо для того, чтобы у вас был approval для торговли в вашей категории, вы должны предоставить valid invoice. Я предоставил им инвойс, вот этот вот проформа инвойс от производителя, предоставил коммерческий инвойс от производителя. Они сказали, что это им не подходит и нужен именно valid invoice. Формулировку, то есть определение valid invoice я нигде не нашел. Обратился вот к Денису. Денис дал мне человека, который откровенно предоставил поддельный инвойс там, за вознаграждение. Я с этим инвойсом успешно как бы прошел approval и торгую. Понимаю, что в любой момент Amazon может забанить мой аккаунт, забанить листинг, там, не знаю. Я, честно говоря, вообще не понял этой ситуации. То есть, что имел в виду Amazon, когда писал, что для approval нужен именно... Ну, они любят invoice. Американские, я так понимаю, фирмы любят, наверное. А что такое valid invoice, да? Valid это действительный в переводе, ну, я не знаю как. Ну, короче, это, американская на самом фирма. Это нормальный термин, наверное. Наверное, там американскую фирму тебе дали, да? Какого-нибудь... Денис, ну да, американская фирма, знаю, да, там... это Герман. Герман дал именно американскую фирму. Денис, там, насколько я знаю, что важно именно, вот мне просто помню, тоже верификацию делали и просили инвойс-чкор. Они любят, когда не по определенной форме, когда там про форму инвойс написано. Они считают, что это не инвойс, что это типа коммерческое предложение. Я понял. Короче, счет фактуры, накладная и пошло, короче. Да, это типа как у нас, вот там, знаешь, кому-то счет такой подходит, кому-то типа там надо, чтобы был протокол согласования цен, кому-то не надо, то есть что-то... свои нюансы. То есть там определенные должны быть параметры. Все понятно. Но получается для всех private label товаров, которые мы покупаем там... В Китае, например, и в Тайване. Amazon может затребовать эти valid invoices. Мы да, но этот именно инвойс должен определенным образом быть оформлен. То есть некоторые китайцы знают, делают правильно, а некоторые как бы там, знаешь, в Excel нарисовали, там, как им хочется и все. И он, там, понимаешь, сидит человек, у которого, грубо говоря, там перед глазами табличка, как примерно должно быть. Соответственно, его там какой-нибудь пункт не устраивает, или там графы какой-нибудь нету. И он все, типа, это типа, невалидный инвойс. Я еще на днях подавал такой же левый инвойс. В Китае дают печать красную, причем у нас синяя, у них красная. А в Америке не нужны печати. Тоже нюансы. Но дело в том, что у моего китайца было много продавцов на Амазоне. Он сказал, что я у него первый единственный, у которого потребовали. Да не переживай, я говорю. Это недавно только началось вообще, что начали требовать проформа инвойс, потому что последний год очень много контрафакта, очень много фейковых аккаунтов. Была целая эпопея с этими Just Launched аккаунтами, которые там создавались. Миллион, которые. Да, да, да. И, соответственно, после этого и начались ужесточения. То есть Amazon чаще стал проверять, то есть реально ли
существует ли продавец, что он продает, продает то ли он. То есть они выборочно могут требовать. Да. Выбор у любого могут запросить в любой момент. Более того, сейчас еще могут выслать тебе письмо, что мы вам такого-то перезвоним. То есть будьте, пожалуйста, на месте, типа могут позвонить, и нужно ответить, там общаться, как бы. Денис, ну хорошо, а как вести себя в этом случае? Я вот запускаю private label товар, у меня требует этот инвойс. Что я должен делать? Надо просто разобраться с этим инвойсом. То есть какая форма у него должна быть, грубо говоря, китайцу даешь, и тогда они делают именно. То есть, а где образцы-то взять этих инвойсов? Форму? Да, образцы инвойсов, где взять? Потом, может быть, саппорт попросить. Потому что не сказать, что не я проблема. Планирую завозить товар, то есть хочу, как бы, например, получить, ну, как бы пройти аппрув от Амазона, чтобы в случае этого не было. Короче, Денису дадим задание, у нас как раз товары пойдут по обучению. Дернем это, поддержку. Я, кстати, сегодня по своему забаненному за патент листингу, тут как бы уже тоже, блин, реально голову сломал. Вот как Асель говорила, что у меня фейковая жалоба. То есть жалоба идет от человека, который вообще никакого отношения не имеет к патенту. Похожий адрес, похожая почта, как бы, да, и суть в чем? То есть я как бы 3 раза разбанивался, причем подключал юристов, юристы там бестолковые, короче, даже не обратили внимания, что фейковая жалоба. По итогу я потом сам как бы стал разбираться, как бы нашел, что фейковая жалоба, написал, обратил на это внимание Amazon. Amazon 3 раза меня удачно разбанил, без проблем. 4-й раз сейчас все, никак. В позу стал, автоматические ответы. Причем, если раньше ответы были такие, знаешь, ну, текстовый файл, письмо, да, как бы текстовый, то теперь как картинка, то есть получается текст письма, он как картинка. Кулак с пальцем, короче, да? Да, да, типа того. Отдыхай. Сейчас подключил тоже там юриста одного, вот, а он мне сказал, что типа я как бы не занимаюсь, то есть я как бы, он бывший персонал саппорт работал, чувак, и он занимается именно суспендами, всякой ерундой, а он мне дал как бы сейчас именно патентного этого, как бы, адвоката, вот, ну, посмотрим, что он скажет, как бы, есть шанс вообще бороться или нет шанса бороться. Как бы, да, причем это все фейковый, потому что, а правообладатель не можете разрешение дать, купи-то у него и роялти плати ему, а того забань тогда. Я пока на правообладатель не выходил, вот как бы если этот мне скажет, что как бы есть шансы какие-то там, ну, будем что-то пытаться. Если нет, то буду пробовать связаться с патентом. Там, понимаешь, запутанная история. Там вроде как обращается ко мне не патентообладатель, а вроде как дистрибьютор. Вот. Там как бы патент, он реально существует. То есть ты понимаешь, такая ситуация, что пока я жалуюсь как на фейк, то есть мне проще, но если патентообладатель реально увидит, то может ситуация углубиться. Усугубиться может. Ладно, понятно. Реальный патентообладатель пока про меня ни слухом, ни духом. То есть пока на меня жалуется его дистрибьютор. Вот. И он как бы не имеет права жаловаться, потому что ему не принадлежат права на патент. Вот я пока на это и бил. Но я говорю, если реальный патентообладатель знает, то может быть ситуация. Поэтому я до последнего оттягиваю этот замечательный момент. Да, короче, вот так вот мы и работаем. На птичьих правах и по лезвию бритвы. Можно еще комментарий? Нужно. Кстати, ребята, еще забыл сказать, тоже интересный кейс сегодня. Там паренек один, если видели, забанили его за резинки. Да. Заволос, такие, как... Ну да, да. Короче, что он сделал? Он взял, сделал там письмо, адрес, точнее, почты, такой похожий на правообладателя. С этого адреса разослал там нескольким продавцам типа жалобу, что вы нарушили патент, контролировали, берите там листинги. То есть он хотел посмотреть на реакцию продавцов. То есть, ну, понять вообще, то, что некоторые продавцы продают, то есть они каким-то способом разбанились, то есть они как-то урегулировали эту ситуацию. Он, короче, выслал ему письмо. Один самый крупный продавец выслал ему там переписку там, в 4 листах там, с письмами от адвокатов от того, что, короче, они порешали этот вопрос, что патент не нарушают и т.д. и т.д. и т.п. Понимаешь, посчитали колечки адвокаты, сколько колечек на пружинке потерь, сколько колечек на пружинке у этих, какой диаметр, какие пропорции, там, короче, это все. То есть там так, на 4 листа именно вот это расследование и переписки. Ну что, он теперь победит? Ну, не знаю. Но он это, это тоже интересный вариант. Если ты видишь, что человек разбанился как-то, да, и там, в принципе, пришел вопрос, то есть как вариант, в принципе, я буду писать,
И если он ответит, как бы, да, то как минимум у тебя будет вариант, как решить ситуацию. То есть если он напишет, что мы компания договорка не пишет, то как минимум ты поймешь, что можно договориться, да, сказать. Если он тебя отфутболит письмами какими-нибудь, ну, у тебя уже будет, по крайней мере, за что зацепиться. Письма, там, какие-то варианты ответа, списка адвокатов. Все понятно. Все понятно. Ладно, выключай микрофон, а то мы телевизор твой просмотрели уже. Так, ладно. Ань, давай теперь ты расскажи, а какие вообще вопросы по банам у нас возникают у клиентов, так скажем, кого мы разбаниваем, как разбаниваем, может быть, в эту тематику пойдем. Ань, ты здесь? Так, Розенберг, да, Илюх, я согласен, мне, не, ну есть мне там предложение, мне тоже сказали практически с гарантиями, но я уже как бы бюджет свой потратил, и возник возможность вывести товар, вот, ну, чё голову забивать. Я из-за этого просто пошел простым путем, не хочу, время, деньги, я уже настолько много там потерял, что как бы не особо охота экспериментировать. Так, значит, что у нас вопрос? Маня, ты куда пропала? Комментарий можно еще? Давай. Насчет успешности вот каких-то действий в саппорте. Я вот последние там две недели очень активно с ними общался по телефону и для себя вывел одну формулу. Это вот разговор о тупых, там, индусах или еще о чем-то. Ну, я не думаю, что они тупые. Вопрос вот в допуске, то, что ты затрагивал, да, у каждого там сотрудника есть свой уровень доступа, допуска. Поэтому, если хотите решить проблему, не разговаривайте с индусами вообще. То есть ложите трубку, перезванивайте еще раз. Что меня натолкнуло на это? Я задавал один и тот же вопрос, перезванивал, у меня был... Вопрос серьезный касаемо моего аккаунта. Я звонил в течение дня там 5-6 раз, и от индусов получал 5-6 разных ответов, абсолютно противоположных касаемо моего вопроса. Только американец может вам дать вразумительный ответ. Не тратьте время на индусов. Так, это как могут, это определяешь? Ты не спрашиваешь это самое. Ты американец? Как ты это определяешь? Да нет, ну, ребят, ну что, по акценту вы сразу все слышите, да, по качеству связи. То есть американец чистая связанная речь, понимаете? То есть с индусами не имеет смысла вообще тратить время. То есть я для себя это понял. У меня не огромный опыт на Амазоне, вообще никакого, да, то есть, но вот в качестве там общения с суппортом, то есть за последние там три недели я ну, по 3-4 часа в день я точно с ними висел на телефоне. То есть не тратьте время на индусов вообще. У них нет того доступа, который вам нужен, чтобы решить вашу проблему. Что касаемо писем, не надейтесь, что их кто-то читает. Я думаю, что их обрабатывает абсолютно только робот. Я думаю, что там боты работают как, так же, как и с листингами. Есть определенные ключевые слова, которые, по которым робот сортирует письма на входе. В зависимости от того, что вы там указываете, письмо идет либо на автоматический ответ, либо, может быть, на какой-то уровень там именно какого-то живого человека, который прочитает ваше письмо. Вы поймите, им каждый день звонят сотни тысяч. А представьте, сколько писем приходит. Звонят только те, кто имеет возможность поговорить по-английски. Да? Масса людей не имеет возможности поговорить, они пишут письма. И в десятки раз больше. Не надейтесь на то, что их кто-то читает вообще. Это к разговору о том, что вы все получаете шаблонный ответ. Я думаю, что в этом вся и причина, что никто их не читает. Есть ну, бот, может который быть, сортирует письма. Может быть, но история всей переписки в твоих созвонах ее ноль. А в переписке единственная история всего твоего аккаунта, история ответов и всего остального. Так что с этим я не соглашусь, в плане документа оборота. Кейсы однозначно надо дублировать. Как работает Amazon, гадать не хочу. Мне честно могу сказать, это в пользу бедных. То, что они там это читают, не читают. Ну, конечно, я не спорю, но к нам как к скоту просто относятся в этом отношении. Но я честно могу сказать, когда ко мне так относятся, я так же и к ним отношусь из-за этого. Как мне еще относиться? Если мы по телефону, я могу сказать, десятки раз звонили, ни разу не решили ни одной, ни разу.
Один раз, вот я пример сделал, один раз я сам лично решил эту проблему тогда вот мы. Что мы делали. Это я в чате переписывался. То есть это не созвон. Созвоны все до одного нулевой результат. Все. Часами мы разговаривали, часами перекидывали с отдела в отдел. Ни разу, ни одно решение проблем не было. С американцами, естественно, по там американскому в 9 утра мы звонили. Естественно, с индусами вообще порожняк. Ну, это очевидно, тут акцент, не акцент, это я так... Время звонка не говорит ни о чем. Ну, ты понятно. Ну, по американскому времени в обед, ты будешь попадать на индусов. Они работают, индусы и пакистанцы, круглосуточно. Это первый момент. Да? Второй. Любой телефонный звонок дублируется имейлом. И я не соглашусь потом со целью, что нужно с них что-то просить. С них не нужно ничего просить. Сколько раз я звонил, мне каждый раз confirmation приходил на имейл о цели моего звонка и о решении, которое они приняли. Всегда. Это было 100%. Поэтому вопрос другой. Вот ты говоришь, мы там много часов провели на телефоне. Ты сам разговаривал, ты просил кого-то делать? Сергей меня вот этим занимается. Вот это уже другой вопрос. Это уже другой вопрос. Сергей меня этим занимается. Я все разы, которые звонил, я каждый раз на e-mail получал confirmation, что вы там звонили по такому-то вопросу, и решение такое-то, такое-то, такое-то. У меня на все звонки есть ответ. Ну вот, они все второй, беспонтовые. Все до одного. Чат-то тоже ты общаешься с живым человеком. Но я говорю о другом. Когда ты отправляешь e-mail и ждешь, что тебе решится какая-то проблема, да, то есть если твой шаблон составлен правильно, и там есть ключевые слова, возможно, роботы отправляют, роботы делают определенные действия, разблокируют твой аккаунт, там, к примеру, да, и отправляют тебе определенное письмо о том, что мы разблокировали. Вот. Но я уверен на там, 90%, что это робот. Чат и звонок – это гарантия того, что ты общаешься с живым человеком. Не гарантия того, что ты общаешься с человеком, у которого высокий доступ, там, но хотя бы ты с человеком общаешься. Но лучше даже не общаться просто с человеком. Надо общаться с человеком, у которого есть высокий доступ. Тогда все вопросы решаются очень быстро. Может быть. Ладно, тут все демагоги больше, потому что надо, конечно, понимать кухню Амазона изнутри, кто там работает. У них там по-любому правила меняются, наверное, раз в квартал такими, а то и раз в неделю, я не знаю, сложно сказать. Думаю, у них там летучих планерок нет, но в любом случае уровни доступа однозначно у них есть. А то, что там и созваниваться лучше лето, ну, кому как везет, я думаю, просто решение проблем на данный момент. Я бы вообще не хотел туда звонить, мне вообще не особо это интересно. И я не пошел в тот бизнес, где мне надо больше сидеть на телефонах, на кейсах, на левых инвойсах. Я специально не пошел туда, это не моя тема, мне это не интересно. Я не хочу быть техником, я не хочу быть аферистом, я не хочу высматривать, выкруживать какие-то там движухи, вот вы с этим связаны. Я пошел в приват для того, чтобы меня никто не трогал, а спокойно работал. Вот моя, пускай в кавычках там мой бренд, пускай я там наляпал на него, но я в него вложился, я сделал там все как положено и разобрался, как его продвинуть. И я двигаюсь в том направлении, чтобы он там был зарегистрирован. Чтобы была фирма в Америке, чтобы, ну, то есть, ну, все постепенно, просто не сразу все это делается, если это делать, то надо на прибыль. Ну, по крайней мере, в нынешней той ситуации, в которой я нахожусь, не вижу смысла туда вкладывать ради того, чего-то там в будущем. Ну, ладно. А, сейчас об этом смысле. Давайте по вопросам посмотрим. Если есть вопросы, Кассель, то задавайте. Я сейчас тут почитаю, что народ пишет. Так. Раз можно по оплате вот от 375 вы смотрите, берете свезли, ну, за кейс, говорите там какой-то в процентном отношении да-да, нет-нет, и, собственно говоря, оплата в какой момент наступает? По исполнению или как? Вот, если не получилось, возврат какой-то есть или частичный возврат? Нет, оплату мы берем вперед. Я указала цену от 350, то есть это самые легкие, да, кейсы, например, бывают листинг заблокированные или ну, такие более легкие варианты. А более сложные там уже мы будем смотреть. То есть все индивидуально, как я вам уже сказала. А по поводу возврата мы будем тоже индивидуально смотреть. То есть если есть разные кейсы, понимаете, я не могу сейчас 100% сказать. А вообще на этом рынке возврат никто не делает, да, то есть американские юристы, которые берут по 2000, по 2500 возврат, никто не делает. И я хочу объяснить, почему, потому что
мы работаем с Амазоном, да, то есть, да, у людей есть определенная квалификация, мы делаем свою работу, да, есть определенная экспертиза, но решение зависит от Амазона, и некоторые разблокировки очень сложно вывести из этого круга, вот, поэтому мы смотрим все индивидуально. То есть это будет все обговариваться, будет обговариваться с клиентом, оцениваться, и оплата будет вперед. Здесь вот спрашивается, расскажите о страховании аккаунтов. С этим связывалось? Нет, страхованием аккаунтов мы не занимаемся, нет. В следующий раз тогда я, может, Сергея приглашу, по этому вопросу он расскажет. Он нас страховал. Так, Илюха, про дебри, про суды, я тоже согласен, мы не доросли до этого уровня еще. Так что делать, если не отвечает на письма? Не знаю, что делать, не отвечает на письма, долбить, звонить. Ну, вот я говорю, системы прозрачной, понятной, чтобы позовите мне начальника, не всегда срабатывает, к сожалению. Несправедливо, да. Амазон бывает несправедливо с этими ситуациями. Юристов много, возможности разные, ценники разные, каждый выбирает то, что есть. Мы общаемся, во-первых, основная масса, они не русскоязычные, им достаточно сложно донести свое. Вообще историю, предысторию, почему именно так получилось, потому что у основной массы, на самом деле, ну, далеко не у всех, так скажем, заведомо умысел какой-то был, чего-то там нарушить, и бывают просто какие-то глупости, какие-то неправильные, ну, вообще, телодвижения, за счет этого получаются баны, ну, по элементарным проблемам. И это даже сложно объяснить, вот, брать еще переводчика, целая история. Из-за этого русскоязычных не так и много. Кого я нахожу, тех, соответственно, с удовольствием даю им площадку, чтобы они рассказали, потому что тема эта востребована. То же самое, я бы с удовольствием пообщался и по другим тематикам, и внешнему трафику, и маркетологами, и всем остальным на американском рынке. Так, значит, вот и смотрим. Так, Розенберг. Ну, Розенберг, нам что, тоже они ответили, не помню что, мы с ними стали работать. Амазон не может быть ответчиком. Замечательно. Так. Так, значит, Марина, я общалась с американцами. Они часто отсылают факсом апелляции в случае роботизированных ответов. Ну, надо тоже на факс переходить. Возвращаться к старому доброму факсу. Была у тебя такая практика, через факс отправлять? Нет, не пробовала никогда. А факс у тебя есть в офисе? Нет, у меня нет факса, но мы можем отправлять. Есть интернет-факс, я тебе скажу. Так что... Да? А в чем смысл факс отправлять? Не знаю. Ну, чтобы под роспись. А может быть ответчиком? Не знаю, люди пишут, я просто читаю комментарии. Так... Почему Амазон не может быть ответчиком? Амазон может быть ответчиком, Иван. Я тоже согласен. Амазон является юридическим лицом. Пускай он там не называется Амазоном, но каким-то... Куда-то мы что-то отправляем же, правильно? Не в рельс уже. Ну, об этом Алена Жагир рассказывала, когда вы регистрируетесь на Амазон и принимаете правила соглашения, там написано, что вы не можете подать на Амазон суд, и ну, тем самым Амазон не может быть ответчиком. Я согласен. Есть всякие правила, есть что мы подписываем, но есть законы более важные, чем законы Амазона просто. Вот, Амазон также может эти законы нарушать, для этого есть... На каждый день есть противодействие, там всякие юристы, все остальные моменты. Ну вот, то есть, ну это надо, это юристам, это не наша работа, мы хотим там просто продавать. Вообще с ними не хочу общаться, и деньги им платить не хочу. Хочу просто торговать, но не получается. Я свой опыт рассказал негативный, опять же, надеюсь, ни у кого такого не будет. Вот, работаем спокойно, но то, что мы подписали, я не помню, как это документ, как это ASL-документ называется, когда мы подписываем, что претензий не имеем. Где вы подписываете? Ну вот, с Amazon, ну когда мы на регистрируемся на Амазоне, мы типа подписываем то, что мы соглашаемся с правилами Амазона. Это terms of service, или как это называется? Правило, terms of service, наверное. Наверное, я не знаю. То есть вы соглашаетесь работать на этой площадке, и, соответственно, вы принимаете правила. Да, но, ну, короче... В Америке 51 штат, и в каждом штате свои законы. Да, согласен. Если ты являешься юридическим лицом одного из штатов, ты можешь спокойно оспорить условия Амазона, если они не...
соответствуют законам штата, в котором ты зарегистрирован. Ну, просто более главенствующие есть законы, я за это говорю. Государственные законы, они более важны, чем правила Амазона. Если правило Амазона нарушает правила государственной власти, оно в любом случае не имеет действительности. Но это опять юридическая, так скажем, стезя. Тут рассуждать бессмысленно. Так, значит, не подскажешь, как легко забаниться за накрутки отзывов и как можно накручивать отзывы самим безопасными образом. Короче, Слава, тут весь смысл в том, что если вы просто это наш менталитет. Если мы заведомо делаем что-то неправильное, безопасности не существует вообще. Мы сейчас говорим даже не о том, что безопасность. Проблема в другом, что если вы сделаете все правильно, все равно вы не гарантированно обезопасен, так скажем. По поводу накруток и по поводу отзывов. Я уже сказал, как бы, то есть если вы их делаете неправильно, не по правилам Амазона, в кавычках, потому что я их вообще не понимаю, ну, почему они не могут представить того, например, ну, у вас есть какой-то свой трафик, предположим, неважно, YouTube-канал популярный, там, Instagram, неважно что, вы выпустили какой-то продукт, у вас есть подписчиков, там, я не знаю, там, 100 тысяч человек, предположим, даже 100 тысяч человек, и вы просто сказали, вот я сделал новый, там, я не знаю, какой-нибудь ремень резиновый, который можно и на этот самый и гамак повесить, и трусы сушить на них. Вообще супер-пупер, вообще обалденный товар. Вот, купите меня, вот у меня завтра пойдет релиз, у меня там пойдут товарные остатки. Купите меня его на Амазоне, мне напишите отзывы. У вас купят там, предположим, я не знаю, в первые 3-4 дня 10 тысяч из ваших подписчиков. И больше никто покупать не будет, потому что они нафиг никому не нужны, только вашим подписчикам. И напишут вам эти там 10 тысяч отзывов. Его могут также забанить, потому что у них будет вполне возможно общие друзья в Фейсбуке, предположим, подписан на один и тот же YouTube-канал, там, Инстаграм. То есть это вообще непонятно, это все настолько на тонком. Я понимаю, что есть, наверное, технари, которые могут какой-то алгоритм вывести, но я считаю, это все достаточно очень. Или из серии там, у нас вот ревьюеры там, русскими фамилиями, там, ну, славянскими фамилиями, так назовем. Вот, там тоже момент такой, ну и что, ну вот... Они русскоязычные, там, ну, там, я не знаю, латиносы, там другие какие-то, у них там другие фамилии. Ну и что, они вот смотрят YouTube-канал мой, там, на русском языке и живут в Америке, купили мои товары, написали отзывы. И могут забанить за верифай отзывы без проблем. Или вы купон, например, дали, и у вас будет не верифай, например, купон на 90% скидку, и у вас эти 10 тысяч купили по этому купону. У вас товар стартанул, отзывы они написали не верифай, потому что они являются покупателями. То есть настолько все это вот на тонком, и за это вот эти блоки и суспенды за конкретные какие-то накрутки, они вас также могут нагнуть и за то, что вы сделали нормально. Просто, ну, есть статистическая выборка, простая статистика. Если у вас там продажи должны расти равномерно, должны в каких-то рамках, должно быть какой-то процент от покупок, конкретный процент отзывов. То есть если у вас 100 этих продаж и 100 отзывов, это нездоровые. Ну вот, то есть, ну вот элементарные вещи, как алгоритм пишется, так же и пишется именно вот определенные поставили критерии, определенные рамки, и вы них вы и болтаетесь. Так что, ну и еще момент технический, там какие-нибудь паленые айпишники, какие-нибудь там вот эти вот вещи. То есть, если вы техническую часть наняли людей, специалистов хороших, уже будет результат намного выше. И второй момент, тоже понимаете, у вас должны быть продажи. Если у вас нет продаж и вам фигачат отзывы, это тоже нездоровая вещь. Вот, в принципе, думаю, и все. И тут Асель никому не поможет в этом отношении. Могу поделиться своим опытом по поводу ревью. Давай. Вот у меня еще есть опыт, как у ревьюера. Я скажу, у меня два аккаунта, как у ревьюера. Как у байера и ревьюера. Это больше 50 ревью в месяц с каждого аккаунта. То есть вообще нет никаких проблем. И если отзывы удаляются, то отзывы удаляются не применительно к ревьюеру, а применительно к аккаунту. Вот у меня есть несколько селлеров, и с двух аккаунтов ревьюера у меня по обоим селлерам удалились отзывы. То есть это не моя проблема. То есть если бы проблема была во мне, как в ревьюере, у меня бы мои отзывы удалили у всех у меня селлеров. Знаешь, какой вопрос?
А после каждой покупки тебе приходит письмо от Амазона? Напиши, не забудьте написать отзыв. Нет. Вообще не приходит, да? Нет. Вот козлы ему. И говорит, Амазон, это я не... Нет вообще никаких проблем в этом, да, то есть у меня бывают дни, когда приходит там несколько покупок в день, да, я делаю ревью, и нет никаких вообще вопросов. Блин, да, Олег... то есть, как бы, по поводу айпишников, я работаю с одного компьютера, да, и у меня один компьютер там на британском IP, а один там на, по-моему, украинском, я не помню, ну, короче, разные IP, да, и тоже никаких проблем. То есть те отзывы, которые удалялись у меня есть два отзыва. То есть они применительны именно к одному продавцу. Ой, к двум разным продавцам. Все. То есть они у меня удалились, эти отзывы, с одного аккаунта и с другого аккаунта. Аккаунт тех продавцов не забанили еще в придачу, нет? Да мне наплевать, откуда я знаю. Не знаю. Я понял. А как, ты определил, что у двоих, у двоих удалили? Ну, я посмотрел, что я просто проверяю. То есть, знаешь, когда ты заходишь в ревью, сделать ревью, у тебя снизу выскакивает список тех покупок, на которые ты еще не сделал ревью. Uh-huh. Да? И я смотрю, что, опа, а я на это делал ревью. На втором аккаунте смотрю, я на это тоже делал ревью. Это один и тот же продукт, купленный с двух разных аккаунтов. Значит, у меня ревью удалилось с одного аккаунта и с другого аккаунта. Потом еще один продукт через какое-то время у меня появился, тоже с двух аккаунтов удалился. То есть я не слежу эти ревью, мне наплевать на них, как бы удаляются они или нет. Я понял. Но просто когда ты делаешь ревью, у тебя выскакивает список того, что ты еще не сделал. И когда ты видишь, что ты на это делал ревью, а у тебя это в списке, значит, удалился отзыв. Вот ты потом заходишь туда, проверяешь, и реально отзыва нет. Вот. И это не проблема бая, реально. То есть вот столько мифов реально вокруг этого всего. Я просто рекомендую всем ребятам, которые живут в Америке, вступайте в группу ревьюеров, да, вам это просто поможет, поможет получить опыт вот именно вот в этом, да, то есть вы от массы мифов просто избавитесь по поводу того, что айпишники там, что это байер такой плохой, да, что ревьюеры, что ревью удаляются. Да нет, проблема как раз в цели, да, если ревью удаляется. Вот. То есть, ну, это мой личный опыт. Ну да, потому что вот у Сергея ревьюер, у нас же огромное количество базы было, мы просто утомились, и реально постепенно у ревьюеров надежных, нормальных ребят просто банили, закрывали аккаунт. Может, конечно, они что-то неправильно делали, но я не знаю. То есть у нас огромное количество людей перестали писать ревью. Одно я могу сказать точно, да, с Сергеем я общался, да, давно, но я вот, кстати, собираюсь с ним созвониться, привет ему, если его не услышит, значит, нельзя писать короткие ревью. То есть, если вы пишете какую-то шляпу в одну строку, 100%, что ее удалят. Интересно. То есть, нельзя писать тупые короткие ревью, ой, мне нравится, класс, кул, там, это, ну, 100%, что это будет удалено. Пишите нормальные ревью, не хватает, как бы, терпение и желание, копируйте ревью, там, комбинируйте ревью, не суть важно, да, как бы, делайте нормальный, полноценный ревью, хотя бы, чтобы оно было на двух-трех строках в стандартном окне Amazon, да, когда вы делаете ревью, не меньше. Интересно, мне наоборот говорят, да, это постоянно точно все меняется. Но я тоже считаю, что большие ревью – это полноценно, главное, чтобы не было повторений как раз, вот копировать точно не надо ни у кого, точно могу сказать. Но мы за это могут накрыть. Ты не копируй на Амазоне, копируй с других сайтов, не вопрос. Ну, на самом деле говорят, что там проверка может быть и так быть. Ну, короче, лучше своими словами напишите, неужели трудно? Если ты знаешь язык, я не вижу никаких проблем написать. Мне этот велосипед понравился, у него 21-е колеса, хорошие спицы, там кривой руль, цвет красный, ну, то есть, я не вижу. У меня был раньше вот такой велосипед, мне этот нравится больше. Все, то есть, не вижу проблем написать. Было бы желание. Нет, просто. Мы так и делаем, конечно. То есть не надо вписывать, это... никогда не надо вписывать эти, как их называется, там, магазины, конкурентов, там, какой-то негатив. Опишите конкретно то, что касается товара. Если вы пишете ревью, фидбэк на продавца, пишите, что касается продавца. Не доставки, не товара, а именно то, что касается продавца. Плохой, хороший, особенно это касается FBM, естественно. FBA, ну что там, Amazon является продавцом. Ну, быстро доставили, классно, что, отлично. Так, идем дальше. По ревью рассказали, думаю, все, что могли, рассказали. И еще один момент, я не смогу сказать о чем. То есть, вот за все время, да, ни разу не получал купон.
от китайцев, да, то есть в основном китайцы, они делают следующим образом. Когда ты им говоришь, что ты заинтересован в товаре, они делают у себя один юзанный товар, сбрасывают тебе линк, то есть они тебе не сбрасывают купон на скидку, они делают просто линк на юзанный товар. Сбрасывают тебе этот линк, и ты его, грубо говоря, там вместо $90 покупаешь за 3 бакса. И все. Вот это тоже момент очень важный. Ни разу, вот за все время ни разу не получал купон на скидку. То есть вот получал линк вместо нового на юзанный товар, но он приходил реально новый как бы товар. Это да. То есть это занимает какое-то время, они говорят, да, сейчас я тебе сделаю линк. Ну это он просто экономит на фи Amazon, да и все. Ну, возможно, но может быть и то, что как бы купон на скидку, возможно, привлекает негативную реакцию Amazon. Я не знаю. Не, короче, смысл какой? Первый момент, если купоном ты даешь, соответственно, тебе верифай не приходит. А если ты даешь как юзный товар, тебе, скорее всего, приходит верифай. Но и одновременно ты еще экономишь на стоимость товара, потому что товар этот юзный, он, соответственно, ну... Короче, если юзный товар, он его отправляет как юзный. На самом деле он может быть целый, нормальный. Просто с юзного товара, это как у нас этот товарищ с большим лицом на экране, он рассказывал, как можно Amazon обмануть. Вот, юзные товары отправлять. Вот, здесь в этой ситуации просто Amazon это не любит. И там с доставкой намного дольше, там свои нюансы. Вот, в принципе... Нет, он просто делает, он делает линк как FBM. То есть он отправляет... Я и говорю, что они не платят, когда Amazon, ты... Да. Когда ты раздаешь товары, ты платишь, например, там, с $10 $4.5, там, с $20 там, $7. А так ты за юзный заплатишь как 50 центов, как я тебе и сказал. Вот если мне сейчас вывозить как там товар вот этот вот на вывоз, это как раз вот он типа юзанного там получается. 50 центов ты будешь платить. Вот вся экономия. Каждый работает как ему нравится. У некоторых товары действительно там по $100 фирма. То есть я их тоже понимаю. У меня недорогие товары, я полностью всегда отдаю. Будут у меня дорогие товары, я уже буду думать. Другой момент, я всегда, конечно, по этому поводу говорю, я иду в те товары, которые могу себе позволить. Так что экономия должна быть экономной. Так, значит, у нас как бы, если Amazon забанил за реальный инвойс, посчитав его поддельным, что можно сделать? Асель сказал, что ничего нельзя сделать, и я думаю, что сделать там ничего нельзя. Они действительно, вполне возможно, ждут определенного вида бланк. Вид бланка определенный, но сколько поддельных инвойсов, которые прокатывали, думаю, можно их спокойно найти. Ну вот, и сравнить тот инвойс, который вы даете от китайца. Так, нужно сразу просить Use Based Support. Вот, чтобы не мучиться с индусами. Но они не всегда его дают, на самом деле. Там есть разные поддержки. Так. Создается кейс после звонка. Звонок нужно инициировать с Amazon сайта. Ну, согласен, что кейсы создаются, но вот у меня, говорю, положительного результата от созвонов не было. И кейсы, которые они приходились, это были больше вот именно типа робота. То есть никакого, к сожалению, эффекта от этого не было. Наличие фирмы... Так, значит, Артем спрашивает. Наличие фирмы упрощает взаимоотношения с Амазоном в случае бана? Например, для дропа есть смысл открывать фирму? И сколько стоит открыть фирму у вас? Асель, ты с нами еще? Да, я здесь. Что про фирму расскажешь? Есть ли преимущество у человека, имеющего фирму, то есть как к нему более серьезно или менее при бане? И сколько стоит открыть фирму? Мы, в принципе, хотели лайв на понедельник перенести по фирме. Вот, ну вкратце расскажи для затравки на следующий раз. Это вопрос по дропшиппингу, правильно? Человек работает по дропшиппингу. А какая разница? Ну вот у меня будет фирма дропшиппинг, приват, какое имеет значение? Ну, я имею в виду, что по дропшиппингу в связи с тем, что много стали блокировать и запрашивать дополнительную информацию, то есть когда идет жалоба именно по inauthentic, они дропшиппинг, они начинают спрашивать все, например, tax ID, да, налоговый идентификационный номер, вот такие вещи, да, то есть что за компания, там, форма собственности и так далее. Я не думаю, что это очень сильно поможет именно при дропшиппинге. Почему? Потому что при дропшиппинге, как я уже раньше говорила, там есть определенные проблемы, которые вызывают эти жалобы, да.
это что человек не может контролировать, у него метрики падают и так далее. Вот по поводу стоимости, просто непосредственно сам тест регистрации стоит $600, из них $200 это госпошлина и $400 это наши услуги. А счет? По счету мы в настоящий момент удаленно счет не открываем, да, то есть по удаленному открытию банковского счета я пока до нас в настоящий момент еще ничего не могу сказать. Мы пока размышляем и думаем, сможем ли мы предоставлять такую услугу или нет. Мне говорили, там можно на человека оформлять американца, а потом переоформлять через какое-то время. Ну да, это всегда надо через номинального директора сделать. А в $600 входит предоставление адреса? Нет, это только непосредственно. А в чем тогда смысл? То есть вот людям там из Украины и из России, к примеру, им нужен адрес в США для того, чтобы зарегистрировать компанию и заплатить $180 госпошлины. А в чем тогда смысл предоставления услуги? Вся регистрация занимает 10 минут на веб-сайте, то есть как бы, там не нужно личного присутствия, еще чего-то. То есть вся проблема в том, что человек должен предоставить американский адрес, mailing address так называемый, да, и все. То есть а в чем тогда смысл предоставления услуги за $400 сверху? Роман, я не знаю, почему вы меня атакуете сегодня. Вы меня выбрали. Я вас абсолютно не атакую. Я вам объясню, давайте, Роман, можно я отвечу, да? По поводу компании, да, насчет, смотрите, что входит в госпошлину. Это входит и госпошлина, и в зависимости от законодательства штата мы покупаем услугу зарегистрированного агента. Может быть, вы знаете о таком, может быть, не знаете. По поводу покупки адреса я не вижу в чем проблема, потому что в Америке очень большое количество компаний, которые продают эти адреса, и этот адрес можно купить. Так что никакой проблемы я не вижу. За что мы берем услуги? Потому что люди при открытии компании, у них есть определенные цели, да. Может быть, они хотят сюда приехать по бизнес-визе. Может быть, у них какие-то есть долгосрочные планы. Понимаете, здесь все вопросы обсуждаются. И у нас есть бухгалтеры, которые, если есть какие-то по налогам, по вот этой оптимизации вопросов, мы на них отвечаем, да. То есть стоимость $400 открытия компании в это и входит. Вот так. Я вас абсолютно не атакую, вы зря так воспринимаете. Я просто говорю о том, что я вот состою в этом сообществе, я уважаю людей, которые в нем. И я просто хочу людям объяснить. Для того, чтобы открыть компанию резиденту Украины, России, Беларуси, не нужно быть резидентом США. Он не может работать, не имея разрешения на работу, но владеть компанией он может. Поэтому я и спрашиваю, в чем заключается ваша услуга? Я не хочу, чтобы люди, как бы не понимая, что они делают, платили за какую-то услугу. Я абсолютно вас не атакую. Вопрос не в этом абсолютно. Да? То есть я говорю о том, что для того, чтобы зарегистрировать компанию, нужно там 30 минут времени зайти на веб-сайт, предоставить данные и зарегистрировать компанию, заплатив $180 пошлины. Все. Более ничего. Да. Ответ такой, что люди, прежде чем открыть компанию, да, зарегистрировать механически можно, да, это может сделать любой человек, и торговую марку тоже нужно зарегистрировать механически. Вопрос в том, что люди обычно при открытии компании, у них мы всегда спрашиваем, в чем цель, да, какой вы хотите конечный результат. У разных людей имеются разные цели. Кто-то не говорит, но кто-то хочет открыть для того, чтобы иметь возможность сюда приехать, какой-то бизнес активностью заниматься, кто-то имеет более долгосрочные планы. Если мы считаем, что человеку компания не нужна, да, то есть для него это просто дополнительные расходы и дополнительные административные издержки, то мы так и говорим. Да, потом есть вопросы по налогам, какие у них есть, будут налоговые обязательства, какие отчеты они должны будут сдавать, какие налоги они будут сдавать, как нерезидент США, да, в налоговом плане. То есть стоимость консультации в это и входит. Механически открыть что-то может любой человек. Вот. Но мы консультируем конкретно по вопросу, зачем нужна эта компания, будем ли мы вообще открывать, и в дальнейшем какие цели человек преследует. Понимаете? Да, все правильно вы говорите, но вопрос другой, что вы можете открыть любую форму собственности, к примеру, открыть LLC, а потом менеджить ее S-Corp. Это не важно, вы можете это потом определиться потом со своим бухгалтером.
Я спрашиваю вас на начальном этапе. То есть все вопросы, которые вы сейчас назвали, они вообще не принципиальные на этапе открытия. Вы можете открыть любую форму собственности, а в плане налогообложения определиться в процессе работы. Второй момент. Пока вы не получили налоговый номер налогоплательщика, да, employer number, EIN, да, вы можете вообще не отчитываться в налоговую. Да, то есть вы можете просто заранее открыть компанию, и она у вас может год просто лежать. Тем более, если вы single member, вы вообще не обязаны отчитываться при нулевых отчетах. Поэтому я за то, чтобы просто... Я не нападаю на вас. Да? Я задал первый уточняющий вопрос после того, как вы сказали, что вы лицензированы. Я просто посмотрел и не нашел вас. Поэтому я задал уточняющий вопрос. Я не нападаю на вас абсолютно, вы зря так думаете. Без проблем, конечно, просто у меня сложилось такое впечатление. Тут не все так просто. Вот, короче, вот так вот. Что там, какие еще у нас? Инвойс не от китайцев, а от дистрибьютора бренда. Ну... А если бренд китайский, а если ты его сам придумал? То есть это если инвойс там от дистрибьютора брендов, бренды понятные, китайские могут быть серьезные и так далее, и дистрибьюторы могут быть в Америке, которые территориально, именно дистрибьюторы на американский рынок, а не на европейский, например, или еще куда-либо. Вот, а если мы торгуем своим брендом, то есть где мы возьмем? Мы его придумали там, сделали даже, может быть, зарегистрировали торговую марку, а инвойс-то я где получу? У китайцев, кто мне его произвел. Хотя мы и пишем мануфактура, что это именно мы его произвели. Ну, по факту фабрики-то у нас своей нет, соответственно, мы будем его где-то там рожать. Вот в этом и проблема, что вот это вот с инвойсами приходится там где-то кому-то что-то рисовать. Так, еще есть вопросы? А то уже поздно. Да. Вопрос еще, я думаю, в том, Денис, что вы вот все предыдущие месяцы, там, январь, февраль, то, что я активно вас слушал всех, вы говорили о карме, да, я считаю так. Лучшая защита – это нападение. Забудьте о карме, если уж вы решили переходить на новый уровень, да, то не нужно ждать, пока вас пнут в жопу. Как? Надо пинать пинать. Как? Скажи, ну давай, предложи. Я согласен, что это надо. А я не юрист, я не могу предложить. Так, ну, вот поэтому да я нет, говорю, что смотри. Нужно искать юристов. Вот смотри, вот хорошо, первый давай. Момент, да, то, что я нашел здесь. Есть определенная категория адвокатов, которые просто ждут и видят, когда иностранные бренды заходят в США, или те же самые бренды на Amazon, которые начинают активно продавать, но еще не... трейдмарк, они вперед регистрируют этот трейдмарк перед тем чуваком, который продает это уже на Amazon, и потом жарят его по полной. Хотя чувак сам придумал бренд, сам его раскручивает, а чувак-юрист уже его зарегистрировал. А потом тебя начинает жарить, а ты даже об этом не знаешь. Ты пытаешься раскрутить свой бренд в течение полугода. Ну, это понятно, с торговым марком хорошо, дальше что еще? Если у него, у этого бренда... А вообще ничего нет, тогда да. Если у него есть торговая марка в Европе или еще где-то, у него он по упрощенке намного быстрее любого нет, юриста. Нет, я протестовать могу. Нет, то, что у него есть торговая марка в Великобритании, так. Это не значит, что у него есть торговая марка согласен, в США. Согласен, но у него есть гораздо больше преимуществ перед тем юристом, который у будет него пытаться... Нет никаких преимуществ. Есть преимущество, он может поукорочено, я тебе говорю. Но у него есть преимущество только по первому применению. Но первое применение... Если он торговал в Великобритании, у него нет в США. Да я все понимаю, юрист, что говорю. Его отжарят, и все, легко. Ну, не, но в любом случае, что, страна юристов, все вот я так вот. Я просто к чему говорю. Нужно забыть вот об этом, знаешь. Там, ты мне скажи, как атаковать. Атаковать, вот в чем вопрос. Мы на данный момент... Не просто атаковать. Сообщество для этого и есть. Нужно брать грамотных юристов, подключать их к сообществу, да, то есть держать их на зарплате, грубо говоря, на какой-то. И просто жарить всех вокруг. Вот и все. Это единственный способ продвигаться дальше. Не знаю, может быть и так. Но в любом случае, об этом надо думать. А то, что вот ты сейчас говоришь, это уже юристы связанные, которые скупают торговые марки и все остальное. Это вот такая серая-серая сторона вот этой вот всей истории. Здесь просто я сомневаюсь, что кто-то сильно там дорос до этого уровня.
чтобы непосредственно им там этим заниматься. Сейчас вот многие доросли до чего? Первой стадии мы прошли, когда там сомневались, начали продавать, что-то продаем. Кто-то стал неплохо продавать. Их стали долбить не юристы. Не юристы. Для них они, как для юристов, они мелкая сошка. Их начали долбить более слабые, ну, не то, что более слабые, а продавцы именно вот дроп, там, я не знаю, как их там назвать, там, или еще кто-то. То есть продавцы, которые не умеют, не хотят, не могут, им это не нужно, самим что-то создавать, они приходят засрать что-нибудь, потому что пользы от дропшиперов никакой. Ну, то есть они приходят, они накручивают, в лучшем случае, отзывы на свой аккаунт, но никак не на товар. Ни разу я еще не видел пользы от дропшиперов, чтобы там цена упала и продажи пошли. Цена упала, дроп пришел, цена упала, PPC упала, ему. Негатив на товарах постоянно ухудшается глобально просто. Пишешь ты, не пишешь. То есть на данный момент первая проблема – это дропшиперы. То есть ты в первой стадии, когда ты пройдешь, например, первую волну, это дроп. И еще параллельно дропу, те продавцы, которые только что вот здесь стояли, продавали, видят, какой-то выскочка вылез. Они начинают его анализировать, естественно, по какой причине. Новые модели или старые, или он что-то там химичит. Если что-то там, какой-то повод есть, или прям в цвет. Вот там, да, и начинает тебя долбить. Если ты проходишь вот эту стадию дропа, вот сейчас на данный момент, что я прохожу, как дроп можно? Ну, только торговая марка, там, бренд-регистри, бренд-гейтинг, то есть в этом направлении. Если ты идешь в сторону конкретно этого, как его назвать, ну, в сторону уже работы с дропом, ну, там вообще ничего не сделаешь особо. Если ты идешь дальше, то есть ты вот это вот пробился, значит, конкуренты тебя бьют и, соответственно, дроп. Вот тогда можно уже разговаривать о чем-то таком, о линейках товаров. Линейки товара, и когда ты уже начинаешь, даже в момент, когда у тебя уже пошли продажи, ты по-любому регистрируешь торговую марку. Тогда начинают, может быть, просыпаться мелкие юристы, помощники какие-нибудь там и так далее, которые действительно не успеешь торговую марку зарегистрировать, ты уже ни почту не можешь, ни домен организовать, ничего, там все в автоматическом режиме уже работает. То есть надо сначала все это зарегистрировать, все это сделать, там, а потом только в регистрационную вот это подавать на тот же торговый маркет. Да, есть эти моменты, но просто еще достаточно мало кто туда дошел. А кто дошел, они, наверное, их находят. И сейчас вот этот конкретно, вот этот, то, что мы сейчас сегодня лайв провели, он исключительно для людей, вот которые не дошли еще до тех проблем, или которые борются именно с дропом, которые борются с нечестной конкуренцией. То есть на данный момент мне юристы пока супер какие-то такие великие не очень нужны, потому что я просто, я никто, просто пустое место. Чтобы там на таком уровне там биться и там, я не знаю, там за консультацию по 500 баксов им за час платить. Ну реально, мы пока еще просто такой, спроса такого нет. А вот спрос на апелляции, спрос на, то есть на более низкого уровня вот эти вещи, он реально есть. То есть вот постоянно этим пользуемся, я с этим столкнулся. И второй момент, это спрос как раз на технические действия, именно кто знает правила Амазона. Это частично юристы, опять же, которые эти апелляции подают, и две трети, три четверти, я не знаю, это те люди, которые просто этими правилами манипулируют. И все. Они знают, как приклеить, отклеить, как куда пожаловаться, какую почту написать, что написать. Почему вот Дениса банят, а могут, а мы не знаем как. Денис, вот простой вопрос. Вот скажи мне, вот тебя забанили с плагинами почти 2 месяца назад, правильно? Так. Вот если бы ты 2 месяца назад, ну, грубо говоря, не 2 месяца, там, когда ты начал бы заниматься, так, если бы ты дал юристу там 1000-1500 долларов для того, чтобы он тебе грамотно ввел по этому товару в эту тему на Амазоне, ты бы ему дал эти 1500, чтобы не потерять то, что... А при чем? А он ничего, не сделает. Это сделал. А ты откуда знаешь? Ну, подожди, стой. А ты откуда знаешь, что он бы ничего не сделал? Ну вот в той ситуации это на данный момент. Нет, подожди. Он бы зафиксировал листинг, да, что твои фотографии, то, что тебя взломали, там, и поменяли фотографии. Не, фотографии не меняли. Просто... Поменяли наличие торговой марки. Ну по факту. Ну не суть важно. Подожди. Ну стой. Как? Важно, вот, важно. Вопрос. Не, подожди. То есть, если бы юридически твой листинг был бы зафиксирован в самом начале, да? С корректными фотографиями, с корректным описанием, с корректной торговой маркой. А Amazon тебя за это забанил, я уверяю, Amazon был бы ответчиком, и юрист бы его отжарил, Amazon.
и ты бы не был заблокирован 2 месяца сейчас, Заванин, из-за этого. Потому что твой вход с этим листингом на Amazon был бы зафиксирован корректно юридически. Я не понимаю, и как все. Это можно зафиксировать корректно юридически вход на Amazon. Я с удовольствием рассмотрел бы любые варианты. Тут такой момент, что на Amazon нельзя подавать в суд. Вы когда регистрируете аккаунт, вы подписываете соглашение, что вы не будете подавать в суд на Amazon. Если у Амазона, смотри, какая ситуация. То у Амазона презумпция виновности по умолчанию. То есть, если кто-то пожаловался, продавца банят. А дальше уже как бы в зависимости от того, насколько ты быстро можешь достучаться до реального там, человека, который принимает решение. Денис, вопрос другой. Смотри, все листинги – собственность Амазона, и он несет за них ответственность. Если произошла манипуляция листингом, и ты теряешь бабки, это проблема Амазона, это не твоя проблема. Это он собственник листинга, это его листинг. И если он позволяет… Нет, в такой ситуации тут только один вариант – это просто застраховать бизнес. И там же суть в чем? Если тебя забанил Amazon за твои нарушения, да, то ну, как бы страховка тебе не выплачивается. Но если Amazon как бы косякнул, да, и его как бы косяк, что он где-то что-то не усмотрел, незаконно забанил, вот тогда тебе выплачивается страховка. А кто это определяет, закон или незаконно? Я говорю о другом. Большинство из нас, даже больших продавцов, таких как вы все, да, входим в эту тему всю вслепую, понимаешь? Да согласен, я абсолютно, никто не спорит. Юриста. Но если бы мы изначально входили в эту тему с юристом, который бы курировал вот эти вопросы именно торговой марки, да, там, фотографии, да, все, что связано с листингом, и фиксировал это, то я уверен, что было бы масса вариантов решить эту проблему с Амазоном очень быстро. Еще и отжарить его за упущенную выгоду. Не знаю, вот какая ситуация. Как я вижу, на данный момент самый такой действенный способ, как я вижу, например, как зарубежные общаются ребята, да, то есть нужно иметь человека, который имеет прямой выход на seller support, то есть это либо бывшие сотрудники, либо какие-то момент настоящий работающий, то есть которые могут действительно оперативно достучаться до человека, принимающего решение, до живого человека. Вот, тогда, потому что Amazon же как бы некоторым продавцам дает, когда люди развиваются, у них есть определенный, дает менеджера личного, которому ты можешь позвонить, рассказать ситуацию, он тебе оперативно решит твой вопрос. То есть просто нужно либо выходить на таких людей, либо находить, как бы добавлять их в сообщество, нанимать, скажем так, чтобы такие вот вопросы оперативно можно было решать. Потому что ну, крупные продавцы, у них таких проблем особо не возникает. Я с тобой абсолютно согласен, но тот метод, который ты сейчас говоришь, это найти индуса, который там за $1000 сделает необходимую операцию, разбанит тебя или еще что-то, да? Ну, грубо говоря, коррупционную тему, да? То есть, смотрите, когда мы говорим о том, что мы должны там переходить на другой уровень, мы должны понимать, мы переходим на уровень индуса, который за взятку делает разблокировку, или мы переходим на уровень юриста, который, грубо говоря, юридически грамотно делает разблокировку с Амазоном. Вот и все. Это две разные принципы. Проблема в том, что зачастую там процентов, наверное, там 80 жалоб на Amazon, да, это фейковые жалобы. Тем более сейчас. Я пока копал эту тему, я нашел несколько юристов, публикаций, буквально вот сейчас очень много свежих публикаций о том, что очень много фейковых жалоб. И там типа вот кто, что, чего, как, какие там сложности возникают. Там, куча статей вот сейчас конкретно на эту тему. То есть это сейчас реально стала большая проблема. Денис, это как раз к разговору о том, что кто принимает решение. Понимаешь, когда решение принимает бот по твоему письму, ну не по твоему смысле, вот пришел комплейнт, да, к примеру, на Amazon, бот раз расценил, о, ништяк, жалоба от правообладателя, бам, все, забанить этот аккаунт. Это принял решение бот. Вот я расскажу реальный кейс. Вот у меня, например, писали апелляции, юристы составляли тут, да, небезызвестные. Тут, короче, отправляли, по итогу я тут ну, несколько писем отправил, по итогу реакции. Суть в чем, я пишу, что, ну, как бы усмотрел, что ну, я как бы рассматривал именно как реальный патентодержатель, как будто. Вот. А тут я, короче, обнаружил, что с левого адреса жалоба и левая компания указана. То есть не совсем правильно
написано название компании. То есть, ну, я пишу, что так и так, что компания, которая указана в жалобе, она не имеет отношения к патенту, и вот этот адрес электронной почты тоже абсолютно ничего общего с официальным адресом не имеет. Через 15 минут мне приходит ответ, что мы рассмотрели вашу апелляцию, ну, типа, вы разбанены. Потом там где-то через месяц опять прилетает, опять такая же жалоба. Я, понятное дело, тот же самый шаблон, причем я отправлял письмо, то есть по тексту, что мои юристы провели расследование, как бы, вот, результаты расследования в приложении. Я в тексте письма вообще ничего не писал. Я как бы почитал на американских форумах, что вообще в принципе длинные тексты письма ну, вообще не нужны, как бы они вообще никто не читает, так хоть кто-то может прочитать. И дальше PDF-ка, просто как бы PDF-ка, в которой скрины и описание. И как бы вот сработало. Второй раз, когда опять же прилетел бан, я отправляю это же письмо, опять то же самое. А пишут, типа, нет, блин, типа, не подходит, типа, да, договаривайтесь, подождите. Я пишу, что так и сяк, ребята, рассмотрите. Опять отправляют. На третий раз это же письмо отправляю. Мы рассмотрели вашу апелляцию, типа, все. Вот. Еще как вариант срабатывает, если пишешь, например, на Безоса, всегда отвечают, и причем пишут, что я там такой-то, такой-то, искал-то такой-то, такой-то, мы там рассмотрели, то-то. Ну, то есть, хоть какая-то реакция есть, понимаешь? Но не всегда. Тоже вот несколько я раз писал. На Seller Performance Team тоже иногда они там, например, на Notice Dispute пишешь, и параллельно на Seller Performance. Как бы Seller Performance, как бы, ну, более адекватно отвечает, чем Notice Dispute. Notice Dispute такое ощущение, что просто вот пару раз ты отправляешь, там, если сильно задолбал их, то могут разбанить. То есть, типа, принцип такой, что сидит индус, понимаешь, ему тоже, знаешь, он же не будет читать все, вычитывать. То есть, он сидит там, две кнопки, ну блин, разбанить, да, нет, да. Да-да, и ему же тоже метрики надо выполнять свои, там же есть, ладно, есть народ, какая-то там... У нас тут 2 часа уже прошло, все это удовольствие, все понятно, по юристам. А мы в любом случае, ты меня наберешь, пообщаемся, там, что по юристам, а, которые, я не знаю, там, на содержание или еще... Я честно могу сказать, ну не то, что скептически к этому отношусь, просто даже не пойму, как это применить, вот честно могу сказать. А, Дениса я могу абсолютно понимаю, если он действительно там... В чатах они общаются, они об этом говорят. Я не согласен, что это серая схема, потому что у Сергея, у него был такой там менеджер, хотя он сказал, что этот менеджер вообще ничего не решал. То есть он в Америке живет, ему дали персонального менеджера, но он менеджеру обращался там, тук-тук открою. Вот, и беспонтово все это было дело. Но смысл в том, что если есть вариант, если есть опыт о закрытии другого уровня проблем, почему нет? Сегодняшний лайф наш был по инвойсам, по тому, чтобы перейти на уровень не космический, а перейти на уровень от писанина, от посылания болванок к индивидуальному подходу, к прорабатыванию той проблемы, которая есть. И еще, самое важное, обязательно очень внимательно относитесь именно с первого раза. С первого раза надо сделать хорошо. Я совершил эти ошибки, никому не советую, оно того не стоит. Вот. Ну и переходить, например, на действительно мега каких-то там юристов, мы тоже не понимаем, и я смотрю, что у кого-то здесь есть возможность. Если какая-то абонентка с зарплатой и все остальное, ну я могу сказать, что, ну сложно сказать, ну можно узнать, но я сомневаюсь, что кто-то будет скидываться, например, на этот, как его звать. Да, вот у нас там сообщество по обучению, я думаю, мы сможем скинуться. Но вот чтобы, например, в общаковой группе, да я сомневаюсь. Ну, очень-очень сильно сомневаюсь, что кто-то... Потому что... Так надо начать с малого. Ну, да, не, я не спорю, я просто тебе говорю. То есть, если брать, например, серьезного юриста, и опять его серьезность в чем? То есть, что он сделает? Как его проверить? То есть, зарплату ему платить, когда дело дошло, он обосрался ему и отвалил? Ну вот, сказать, блин, он козел. Он плохо работу сделал. Да, он нормально, что он уже там 3 месяца поработал. Вот, то есть, ну, тоже, из этого говорю... Очень-очень много таких вот моментов. Я с удовольствием еще по этому поводу поговорим. Можно там на нашем созвоне в воскресенье эту тему поднять. Более подробно как раз ее раскрыть. Но вот я еще говорю, мозг у меня не... Может, я спать уже хочу, туго соображая. Но я вот просто не пойму, как применить это. А то, что Денис говорит, именно действительно выход не в серую даже, а в белую. Вот мне, например, бывает, мне люди звонят там, вот у вас человек там такой-то вот, дядя Вася, он делает такую-то вот услугу. Вы его знаете, я говорю, знаю. Напишите мне, вот я написал, он говорит, вот он мне сразу ответил. Вот о чем разговор. Что есть какой-то авторитет, какие-то люди, которых там знают, или как-то, ну куда-то, блин, я не знаю, вот правильно сказал, там миллион этих писем, миллион звонков, и все, и мимо кассы.
А решить проблему как-то надо ему. Вот, вот о чем разговор. То есть, вот если бы эти бы варианты, то есть, ну, было бы интересно. То есть, я не понимаю, как. То есть, на данный момент. Я просто за то, чтобы не решать проблему, а ее предотвращать. Решать как? Я не могу понять. Но если тебе просто. Я же тебе говорю, если ты правильно делаешь все. А я не понимаю, как это. Хорошо, ну правильно я все сделал. Слушай, я не могу тебе объяснить, потому что я не юрист, понимаешь? Ну, я тебе могу объяснить тоже. Смотри, во-первых, правильно, по отзывам, все до одного, ну, я не знаю, там, не все, ладно, 90% делает Verify выкупы. По идее, мы уже нарушаем. Ладно, по большому счету, мы сейчас практически перестали все сторону. Занимаемся PPC. Хорошо, предположим, мы сделали небольшой косячок, там, накрутили отзыв именно таким макаром. Запустили PPC, у нас все хорошо продается. У нас проблем может быть миллион. Нам прицепляют, предположим, просто делают склейку негативных отзывов. Че, ну пойду я к юристу? Нет. Мне нужен кто? Технарь, который может забанить моих конкурентов, которых я вот вижу, они у меня на листинге. Он может также прицепить всем эти, разослать всем письма и сказать, братаны, если еще дергаться будете, мы вам тоже сейчас налепим. А что мне юрист сделал? Да ничего мне не сделает. Что он там им письма напишет, что ли, ему? Ну, я не знаю, я не понимаю. А в чем проблема Verify выкупов? Я не пойму. Не, я тебе говорю, что, предположим, ты правильно, у тебя аккаунт. Все, нет нарушений. Предположим. Правильно. Ну, тебе еще раз говорю, ну, у тебя, вот ты сейчас торгуешь, у тебя раз прицепился к тебе дропшиппер, например. Что ты с юристом делаешь? Ничего. Ну, что ты юристом будет писать? У тебя еще торговой марки нет. Ну, ладно, торговая марка будет. Ты сам ему напишешь в поддержку, его и так отцепят. Я тебе просто говорю, вот какие проблемы у нас бывают. Предположим, прицепили, говорю, мне негативные отзывы. Ну, конкуренты просто, мне 5 звезд, они мне прицепили еще 100 однозвездочных отзывов, у меня 2 звезды. Что мне юрист даст? Ничего. Мне нужен человек, который технически подкован внутри Амазона. Что надо? Ну, куда, пожалуйста. Денис, да. Денис, я не согласен. Смотри, вот если ты начинаешь работать с юристом и пытаешься private label свой продвигать, да. Юрист тебе сразу скажет, чувак, давай сразу же с первого дня, не дожидаясь того, что товар заедет на Amazon, регистрируем торговую марку. Да? Тогда у тебя будет трейдмарк Paint. Ну, год. Ты решил сейчас поучиться на Амазоне, да, узнал тему Amazon. Ты так можешь зайти через месяц торговать, а так ты будешь целый год ждать марку. Ну, 6 месяцев. А зачем тебе ждать? Ты уже, у тебя пендинг будет. А, это и фигня. У меня пендинг уже 100 лет, он вообще не имеет значения. Amazon вообще наплевать. Они пишут, пока у вас не будет торговой марки, не имеет значения. Пендинг не имеет значения. Не имеет значения ты вообще. Ты можешь написать ТМ сверху своей торговой марки. А тот чувак, который будет под тебя косить, он не имеет права написать ТМ. Потому что у тебя есть трейдмарк пендинг, а у него нет трейдмарк пендинг. И ты можешь уже написать ТМ. И вот этими двумя буковками будет отличаться твой листинг от его листинга. От того дропшиппера, который будет твоим товаром торговать. Потому что у тебя есть трейдмарк пендинг. И ты уже имеешь право ТН разместить на своем логотипе. А он не имеет, потому что у него нет никаких оснований для этого. Вот в этом вся и разница, понимаешь? То есть эта грань очень тонкая, но когда ты подходишь ко всему процессу с юристом, да, все становится очень простым. Хорошо. На самом деле. Надо разговаривать. Ну как он с негативными отзывами, приклейками, склейками всякими? Там, накрутками, раскрутками. Да но... я не знаю, я ж не юрист. Я просто говорю очевидные вещи, да, которые вот, они лежат на поверхности, понимаешь? Для того, чтобы просто получить буковки ТН, тебе достаточно просто сделать application и получить номер. Ресит, да, что ты как бы подал. Все, и ты уже имеешь право размещать эти буковки. Но эти буковки, это уже пропасть между тем, дропшиппером, который по тебя косит, и тобой. Вот и все. Я одно не могу понять, кто ему мешает наляпать это то же самое и сделать левый инвойс. Конечно. А на каком основании он это сделает? Да, он а ты не разрешал делать этот инвойс? Ты правообладатель торговой сделает... марки. Я тебе говорю, сделать левый инвойс. Амазону отправят. Амазон скажет, давай, братан, торгуй, и все. Ну даже да, если... это работа для юриста как раз. Это работа для юриста. Ну ладно, в любом случае, давай с тобой поговорим потом. Все ясно, в принципе, на воскресенье просто отложим этот разговор, если придешь по более плотно. Ну, я имею в виду это в общем. А так, в принципе, надо разговаривать, я всегда за. Так, Асель, есть что сказать? Давайте подзакончим и по домам.
Ну, вроде все обсудили. Я думаю, нет, мне, в принципе, нечего сказать. Я просто подтверждаю твои слова насчет того, что, да, Amazon бывает несправедлив. Потом то, что нужно первую апелляцию отнести серьезно. И, конечно же, как бы это, ну, стараться хотя максимально профилактику делать, чтобы очевидные вещи не нарушать. А профилактика – это что такое, интересно мне? Ну, профилактика элементарно, да, тот же дропшиппинг, я думаю, что... Ну, как можно делать профилактику дропшиппинга? Я думаю, просто не дропшиппинг, и все. Потому что, ну, тяжело это решать. Чтобы голова не болела, отрубите лучшее лекарство от гильотина, да, из этой серии. Да не знаю. Ну, Amazon с этим борется. Ну, а что я еще могу сказать? Это как ты сказала, что лучше не организовывать новые аккаунты. Да тут вообще так, не выживешь, и мы... Вот пока на данный момент просто... нету вот этих механизмов защиты вообще никаких. Да, понимаю. Ни приват, ни дроп, там, неважно, мы там правильный дроп, неправильный дроп. То есть я пока вот просто вот в данный момент, вот на сегодняшней дату у нас какое там число? Там 20-20, там вас 19 апреля 18 года. У меня нету, как мои видео там любят, которые там 1 мая 40 дней на Амазоне. Вот, символический такой видос был. Вот и здесь, вот сколько времени прошло, я не знаю ни одного инструмента, как себя обезопасить на Амазоне. Меня вот это напрягает, потому что это вопрос инвестиций, то есть насколько правильно, потому что это высокорискованный, высокодоходный бизнес, абсолютно согласен с этим, но вот эти риски, хотелось бы понижать. Вот, в принципе, вопрос о юристе, вот, который мы с тобой нишу хотим занять, то есть вот именно делать вот эти вот обычные простые услуги, которые сейчас на данный момент делают вообще люди, никакого отношения к юриспруденции американской. Мне кажется, это более правильно. Я, может, ошибаюсь, еще раз говорю, может быть, там сидят настоящие адвокаты, которые это все делают. Не знаю. Но я считаю, что на данный момент те услуги, которые у нас в массовом порядке все потребляют, это просто тупо берут одинаковые болванки. Сколько раз мне показывали, у разных людей брали, и одни и те же болванки были. То есть это сразу наводит на мысли, ну, вот, то, что сейчас говорили, что читают, там не читают и все остальное, тоже сложно сказать. Посмотрим по результатам, как это будет. Все равно всем нужен КПД. То есть сколько будет на посланный там документ, какой будет эффект. В принципе, все, что хотел я тоже сказать. До новых встреч тогда. Всем пока, спасибо за комментарии. Да, всем пока. Всем пока.